Всем доброго вечерочка, дорогие друзья, всех приветствую на канале. Сегодня у нас в эфире будет новая игра Harvester от нашего заказчика Бубы. Сегодня у нас он в чате будет, соответственно, вместе со мной комментировать по приветству нашего товарища Бубу. Всем доброго вечерочка, господа. Да, всем доброго вечерочка. И немного безумия вам в ленту. Да. Сейчас начнется такое безумие, товарищи, которое вы еще, наверное, и не видели. Я сам без понятия, что это за игра. Я просмотрел буквально пару кадров, пару небольших роликов. И, так сказать, чуть-чуть знаком с игрой. Но вообще в нее не играл никогда. Так что, товарищи, сейчас мы увидим, что она из себя представляет. Как говорится, погнали. Пошла жара, как говорится. Да, выдающиеся боевые способности. Соответственно, сейчас у нас будет еще и Буба вместе со мной переводить, озвучивать это все дело. Harvest. Television представляет Mystery Jepson Production, A Gilbert Aston Game, Harvester. Narrative Directions Wolfenstein, 3D Modding Майк Напудада, Крейг Рундеус. Визуальные эффекты Тим Хиггинс, Кевин Оберсон, Скотт Хэнсон. Синематография Джон Джонсон. Music Zorch Productions. Музыка Крис Эрлен, Байрон Баркс. Технология Dancing Implantation Томас Лима. Программисты Ник Шаман, Брюс Мак, Дастин Стив, Стив кто-то там. Production by Mr. Leek Jackson. И другие. Ну, товарищи, вот и началась игра. Давайте знакомимся с игрой, как вы видите. Игра довольно необычная, как мы видим. Приветствую всех. Привет, Кур, привет, Анимуш, привет, Буба. Всем-всем-всем привет. Привет, Dead Hearts. Привет, Лес. Нифига тут малолеток на будильнике. Офигеть. Доброго вечерочка, да. Дорогие друзья. Сегодня у нас в фильме «Рыбка заблудилась». Да, так что будет очень офигенное прохождение. Ну, сейчас посмотрим, что за игра. Товарищи. Вот тебе и совет уже главный. Mm-hmm. Так, не зная броду... Так, советы по игре. Не зная броду, не лезь в воду. Вот. Рыбки! Советы просто, обалденные, как рыбки мне. Так, советы включены. Далее. Экран помощью весьма полезен, но еще лучше прочистить руководство.
Можно выбирать друзей, можно ковырять в носу, но нельзя ковырять в носу выбранных друзей. Какая хорошая поэма. Нельзя ковырять в носу выбранных друзей. А если не попросят, что мне сделать? Некоторые предметы можно рассмотреть поближе, щелкнуть по ним парой кнопкой мышки. Щелчок ПКМ по оружию в вещах позволяет доставать и убирать иглу. Угу, правая кнопка мышки. Ага. Нажмите Escape, чтобы вызвать меню настроек. Вы можете объединить предметы, щелкая по одному из них и перетянуть на другой. Уровень громкости звука настраивается в меню настроек. Слишком темно, попробуйте отрегулировать яркость в меню настроек. Следите за фотографией на экране вещей с получением урона, стилу на ней станет хуже. Ищите особый предмет, восстанавливающий здоровье. Если днем найдете нужные предметы, то ночью сможете отправиться в озорное приключение. Выпить чаю, гдобы смайлы. Да, дюжи везде эти смайлы. Дважды щелкните левой кнопкой мышки по выходу, чтобы сразу перейти на другой игровой экран. Атакуйте противника, щелкая по нему правой кнопкой мышки. Для просмотра вещей щелкните левой кнопкой мышки по персонажу и нажмите на клавишу Эш. Эш. Но если что, Буба подскажет. Чтобы... Буква И на английском. Эш на русском. Эш. Чтобы взять предмет, щелкните по нему левой кнопкой мышки, а после правой кнопкой, чтобы сразу поместить его в свои вещи. Деньги нужно только для того, чтобы их тратить. Перемещайте персонажа. Хороший, да, совет про деньги? А, вообще замечательный. А чтобы копить, наверное, тоже, я думаю, деньги для этого тоже нужны бывают. Перемещение персонажа осуществляется щелчком левой кнопкой мыши. Ну, а также стрелочками. Да, если не можете решить загадку, поговорите с другими персонажами, они могут дать подсказку. Берегитесь штампов, как огня. Патроны на вес золота, берегите их. Если не можете решить загадку, используйте предметы безумными и нелогичными способами. А это про нашу рыбку как раз таки. Вдруг деньги тратить и нет денег. Да вообще, прям как в жизни. Почаще сохраняйте игру, особенно перед чем-нибудь безумным, нелогичным или опасным. Тоже про рыбку, ну вообще в точку. Точно про меня. Чтобы атаковать противников, удерживайте клавишу Ctrl и стрелки направления. Не зная броду, не лезь в воду. Понятно. Ну погнали, что ли. Ё-моё, что же меня тут ждет? Вот такого вот довольно-таки необычного управления, товарищи, как вы видите. Управляем нашим товарищем Стивом, как я понял. Графа безумия. Графа нравится вообще жесть, безумие. Уже безумие от одной только графики возникает. На нижних полках стоит несколько книг в твердом переплете. Что за походка? Привет, Антониус Биг. Привет. Что за походка? Ужас, что за походка. Так, что там? Звонок закончен. Не понял. Так, Буба, что у вас там стряслось-то? А я не знаю. Ну-ка, по новой врубайте. Ох. И давайте снимем звук. Демонстрация экрана. Начать. Пошли незаметные проблемы какие-то уже. Так, сейчас, товарищи. Один момент. Фуллскрин. Да, это мелочь. Да, в общем, смотрим. Чуть проигрывайте. Что за нафиг? Что за наркомания? Что за походка? У Сереги без курпитов не бывает. Да вообще, ужас какой-то. Проигрывайте, стоит пластик из песни. Бумажная кукла, братья Флинс. Что у нас тут есть? Изучить комод. Ящик комода не заперт. Что тут есть? Изучить ручка. На колпачке шариковой ручки видны следы от зубов. Походу ее кто-то грыз. Взял ручку. Четвертак 1952 года. Возьмем четвертак. На данный момент будущее не такое уж яркое. Окей. Думаешь поиграть на стриме по Resident Evil 2? Так я ее уже проходил недавно. На кошмаре уже проходил буквально пару недель назад. В будущем будет еще один стрим на третьем режиме. Да, так что пока что паразитка вторая не будет. Но она уже была просто на самом деле недавно. Так, что у нас тут еще есть? Изучить стул. Простой складной стул, который можно найти на тумбочке, толкучке, играх бинго и прочих религиозных сборищах. Ну, в общем, я буду то, что обычные предметы так, обычным голосом читать, а то, что в разговоре, уже буду, конечно, импровизировать. Так, будет сталкер. Ну да, сталкер, в принципе, тоже в планах у нас.
Так, что тут есть вообще? Еще что-нибудь полезное, может быть? Неплохо, уже четверточок, ручку погрызанную нашли. Ага. Так, что тут у нас такое? Изучить кровать. Матрас в странных пятнах. Странных пятнах. Я уже представляю, что за пятна. И сидит мусорная корзина. Пустая мусорная корзина настолько чистая, что из нее можно есть. Да уж. Изучить зеркало. Сквозь тонкий слой пыли вы видите свое отражение. Кстати, игра эксклюзив, насколько мне сказал Буба. И какого года игра, товарищ? 97-го. 97-го года, товарищи. Довольно-таки старенькая игруха. Уже 20 лет, я считаю, исполнилось. Наспех с каленный P-51. Мустанг в масштабе 1.36. Ага. Склеенный, прям как я. Клеил в свое время. P-47 Thunderbird со сломанным пропеллером в масштабе 1.48. Включить настенные часы. Самые обыкновенные настенные часы. Айдана полита искусственное растение. Харс, я умею подбирать умные и уникальные игры. Да вообще. Старомодный механический будильник. Старомодный. Локация с изображением сексапильной кинозвезды. О да. Зацени у нас, товарищ. Так, что тут еще есть полезного? Баскетбольный мяч. Официальный баскетбольный мяч команды пыльных котел. Подписан Джо ПФом. Будем так называть. Так, изучить сменный шкаф. В стенном шкафу аккуратно висит 7 фланелевых рубашек и парных им синих джинсов. Ну давайте на выход что ли из комнаты изучили. Комнату. Так, о, что тут у нас есть уже? Так, видите, родительские спальни. Дверь из родительской спальни крепко заперта. Так, а что тут еще есть? Кухонное окно. Окно в кухню. Старомодный телевизор. Пап, а цель игры какая? Судя по обстановке, стать Билл Гейтсом, скорее всего. Я, честно говоря, без понятия. Билл Гейтсом стать. Что за ковбой? А, папин. Да, сейчас посмотрим, кто это такой. Вот. А ты что? Кто ты, мать твою? Стив. Ты это мне? Ага, я не хочу разговаривать, потому что пытаюсь смотреть перед тобой. Прошу прощения, слушай, отвлекись и помоги мне, я чего не помню. Я тебе не вру. Ты всегда был шутником, Стив. Отстань от меня, я болею. Что с тобой? А у меня кровать. Че ты не кровати? You look all right to me. По-моему, с тобой все нормально. Я не смог пойти в школу, потому что заболел. Папа тоже заболел в кровати. И мама. Поэтому заткнись. Так. Твой отец спит. Сегодня он остался в постели. Я видел, что она с ним сделала. Это было ужасно. Что она сделала? I saw you and her on the couch last Wednesday night. Guess that's why she's scrambling now, huh? Too bad you didn't pay me, and I had to tell, huh? What are you talking about, what girl? What? Is there another one too? Wait till I tell. I don't know what girl you're talking about. All summer, it's been Stephanie this and Stephanie that. And now you don't remember? Еще есть вариант пройти на стриме игру Martian Gothic Unification. Она есть на PlayStation ПК. Да, она есть на PlayStation 1. Я в нее играл давно, много раз. Я ее хочу, честно говоря, с удовольствием пройти, потому что игра это шедевр, на самом деле, игра. Так я ее не прошел до конца. Так что как-нибудь мы ее и поиграем, скорее всего. Так, телевизор. Ура, это переводка. А, хотя бы ха-ха-ха, стартовый фильм. Ну да, что-то типа того. Телевизор Стефана. Я рассказал, что не хочу о ней разговаривать.
That's a weird Какой причудливый телевизор, хотя если подумать, все выглядит в стиле ретро. А в смысле ретро? Все телевизоры так выглядят. Все, да, но это уж совсем старомодно. Старомодно? Это последняя модель. Ага, ну выглядит как аквариум, где пульт дистанционного управления. Что это такое? Если подумать, я не могу вспомнить. Что ты там говоришь про ретро-ракеты? No, retro, it means... Нет, ретро значит, вот, черт, я понимаю, что все здесь неправильно, но я не могу объяснить, что именно. That everything here is wrong, but I can't picture the difference. Then shut up and quit. Так, назад, прекрати меня доставать, я смотрю передачу про ковбоев. Have you noticed that your show is black and white? Ты в курсе, что твоя передача черно-белая? Ну, кажется, раньше я видел цветное телевидение. Конечно, уйдите, пожалуйста. Эй, да ты только посмотри, твоя мама разрешает тебе смотреть такие вещи. Так, все, отпусти шапку ниже, текста сверху не видно. Шапку ниже? Так, подожди-ка, какого текста? А зачем вам текст? Мы все равно все озвучиваем. Какая разница уже? Мы все равно все озвучиваем. Расслабьтесь, товарищи. Он, может, варианты хочет тоже, типа, советоваться с чатиком, какой лучше вариант выбрать. Ой, хотя там варианты видны прекрасно на трансляции. Там только чуть-чуть верхнюю часть слегка не видно. Ну, блин, там просто написано ответы, и все. Тут ничего такого нету. Так, детишки не должны смотреть такое насилие. Ты прав, это на самом деле интересно. Вас не понять. А у тебя какая версия эмулятора на PlayStation? На каком геймпаде на эмуляторе ты играешь? Играю я на эмуляторе 18.0. Версия, самая для меня стабильная версия на данный момент. Джойстик у меня спецлинк, что ли, называется, серенький. Сейчас я даже продемонстрирую. Смотри, зрители, за второй вариант. Сейчас я вам продемонстрирую свой джойстик. Вот мой джойстик. Вот он. Спецлинк называется. Второй вариант. Ты прав, это на самом деле интересно. Нет, ну зрители, конечно, будут второй вариант выбирать. Ну, мы должны двигаться по своей натуре, например, да, как я бы поступил, по идее. Мы будем там иногда голосовать за трудный выбор какой-то особый. А этот трудный тоже, да, выбор? Да вообще, детишки не должны смотреть такое насилие. Я против насилия. В любом случае, ты мне не помешаешь, так что отстань, а иначе. Ладно, хорошо, пока. Ну, наконец-то. Вот маленький козлина. Врезал бы ему. Смотри, нечаянно не убей козлину, а то размахался, это тоже. Так, я рад зашел в комнату, какого хрена я зашел? Непонятно. Иди на кухню, скажи, куда попер. Маятниковые часы с кукушкой, хотя последний почему-то отсутствует. О! Ку-ку. Кукушка. О, кухня. Вот и мамаша. Well, hello there. Привет, привет, как ты еще в печеньях помог их целая уйма? Кто вы? Отличный способ пообщения с своей матерью. Вы моя мать. Right. Именно, хотя иногда мне как относятся, как к наемной домработнице. Я тебя не помню. Конечно, не помнишь, пока тебе не надо стирать носки. Нет, ты не понимаешь, не могу вспомнить нигде я, никто я, мать твою. Да ты угодники, можешь прекратить свои шуточки. Правда, Стив, я думаю, что закончил. В учебу ты хоть немного повзрослеешь. Последняя надежда, что хоть новая работа сделает из тебя человека. Значит, меня зовут Стив. Тебя будут звать Осёл, Осёл, если ты не придешь, конечно, нам издеваться, юноша. Послушай, вас может прозвучать странно, но я потерял память. Ты мне веришь? Ты всегда будешь шутником, Стив. Я серьезно. Конечно, сейчас ты скажешь, что не помнишь Хэнка и свою маленькую сестру. Так, какой еще Хэнк? Какая еще сестра? Хэнк, тут мальчишка у телевизора. Твой младший брат сегодня приболел и не пойдет в школу, поэтому я не хочу, чтобы ты пугал его своим бредом. Он правда болен. Поглядим, что он смотрит, если скажешь, что он здоров, я бы запретил, но ох. Я так занят, я готовка печенья для благотворительной распродажи, что я его куркаю. Опять что-нибудь. Что-то...
Твою мать, я запутался. Ты не передумал. Не знаю, надо подумать. Святые угодники пропустить благотворительное мероприятие. Что я тебе нашел? Я не знаю, чего я об этом не говорю. Не смей произносить такие слова в моем присутствии. Разве что отец тебя еще не слышит. Или Степа не раз уж на то пошло. Какое ему будет знать, что я жених Свердослов? Ой-ой-ой. Так, отец, Стефани, жених. Какой нахрен жених? Ха, он как пулемет, ура. Это вообще ужас. Жених! Это безумие! О, ты раздумал жениться на Стефани? Вот откуда все эти бредни. Предсвадебный мандраж? Разве это будет привести в амнезию? Прекрати сейчас же это дурачество и считай, что тебе повезло. Стефани прекрасно готовит и убирает. Готовка, уборка. Ты чё тут в готовке, уборка? Неверно, мальчик такие глупые, для чего еще жена, а как не для готовки, уборки? Может, ты и не ценишь, когда перед тобой горячая еда на чистой тарелке? Но не будь её, клянусь, мы будем тут же об этом узнали. Ты можешь сказать, что жениться лишь ради готовки, уборки? Ну, ты спросил это у своего отца, но я уверен, что ты не исполнишь свой долг, когда придет время. Так, что там про дух? Благослови твой непорочный, что после брака открывается омерзительная правда факта, которая не прикрыта простынёй, окутывающей черта неизгибающихся танцовщиц и дрожащих ног. Хорошо, что ты не понимаешь, о чем я, когда придет время зачать ребенка со Степани, тебе придется смириться с фактом, что ферму при посадке семени приходится испачкать землю свою бактыгу. Так. Мой отец. Он в другом комнате, что сегодня поспать, а теперь, прости, мне нужно вернуться к печенье. Как говорил Арнольд Шварценеггер в основном фильме, put a cookie down now! Как типа, положи печеньки вниз. А в общем, это самое, зрители требуют, чтобы все-таки захват был полной игры. Полной игры, ну, так и быть, ладно. Полной игры. Будет вам полное счастье. А, Серега, а ты мне про ребенка что не спрашивал? Про ребенка. Так, как тут захват, захват игры, да? Рабочий стол. Захват рабочего стола. Свойства. Так, основной монитор. Что у нас тут было? Фильтры. Преобразовать. Изменить преобразование. Кажется, было это. Изменить преобразование. Ой. Так, что тут было-то? Сверху, снизу? Как тут было? Ну-ка, Серега, а не проще тебе было добавить тогда уж захват игры? А. Захват окна, точнее, сделать. Вот он, части. Все, радуйтесь. Аллилуйя, братья мои! Мы это сделали. Так. Ну все, теперь зрители могут быть довольны. Да, эту игру сделали киборги. Конечно, киборги. Так, печенье. Распродажа печенья в пятницу. Зачем печь их сейчас? Никогда не откладывай на завтра, точно можешь сделать сегодня. Но они тогда не зачерствеют. Поэтому я их и выбрасываю. И готовят новые. Да, взамен выброшенных. Зачем? Надо, никто не купит черствое печенье из мусорного ядра. Ты рассчитываешь, что я... Конечно нет, Стив, я не возьму с тебя денег, я же твоя матька, счастье. Хорошая логика, да? Кому пойдут лекарства, средства вырученных продать печенье? Из них будет спрашивать фонд поддержки одиноких бомжей и бродяг на брошенную жатву. Это и есть цельная аудитория. Ты должен быть внимателен к девочкам, когда речь идет о таких людях. Не понимаю, что ты имеешь в виду. Поймешь, что это организованная ложь. Расскажи мне подробно про эту распродажу печенья. Почему она так важна? Как я уже говорил, многих иногородил пришелец жатву муж на финансовую помощь. Почему это проблема? И проблемы с тех пор, как этот люди куда пекают, это вся воля жизни. Или как там, блин, я запутался, слишком быстро текст идет, мать твою, что ж такое. Ладно, я, наверное, буду одним голосом читать, или не знаю, или, блин, реально быстро идет. Ну ладно, попробую еще раз.
Что за ложи? За орден полуночной жатвы, Стив, это прекраснейшее место в жатве и самое особенное. Что там такого особенного? Трудно сказать, как так мало кто попадает внутрь, но она не может быть не особенной, будучи такой прекрасной, как новая полусудомойка. Рейн лица патентованным процессом автосушки. Я никогда ей не пользовалась, но я точно ее хочу вместо того, чтобы целый день чаяться по дому. Почему бы им тебе не отправиться в кожу и не подать заявку на членство? Черт возьми. Господи. Почему не скажу, все сразу знаю. Эй, меньше всего я хочу сносить дурацкую шапочку. Вот это второй вариант. Не суди так поспешно, Стив. Думаю, ты поймешь, что без ложи жатва весьма непримечательное место. Говоришь, как будто ты директор по персоналу. Не глупи, я лишаю тебе самого лучшего, вот и все. Все, пока. Не забудь вынести газету для Джимми. Ты же знаешь, какой он недовольный. Или как-то так. Серега, а что ж ты про младенца не спросил? А, тут еще и младенец есть. Да тут, блин, до хрена что спрашивать, походу, есть. А вот и ты уже сюжет игры поменял. Разве? Сейчас спросим. А уже нету этого, по-моему, варианта. Изучить детская кровать. В кровати крепко спит младенец. Ну, спроси, будет это дело. Тебе же сказал, что занят, почему тебе не попасть в шеф или кто-то из Стефани, или выйти пораньше на работу? Работа? Именно, работу, твой отец уже все устроил нас по ту бойне. После недолгого месяца, Стефани, ты станешь мясником на бойне наравне со всеми. И надеюсь на особые этажи только потому, что ты сын босса. Работа на бойне, может, у меня и проблемы с памятью, я знаю, что не хочу всю жизнь быть мясником. Привыкнешь, Стив, рано или поздно придется. Звучит два вещи. Просто факт, жатва город маленький, и если ты хочешь быть со Стефани, придется пачкать ручки. Рабочих пресс мало, так что либо работай на отца, либо вступай в ложу, если можешь. Ой, все мы сейчас таки подняли, тут всякие ложи с жатвой, всякую хрень обсуждать, делать нечего. Ну скажи, давай, до свидания, пошли дальше гулять. Короче, пока. Забудь, да-да-да, не забуду. Все, пошли отсюда. Печеньку возьми, не забудь. Печенье только что вынули из духовки. Ну. Не, нельзя, про. Нельзя, вот жадина. Шмар, ужас. Эх, жаль, Серега, ты с младенцем диалог пропустил. Хрец, типа. Супер пенная лисика когда она будет спорта. Зрители бы одобрили. Но ничего, это. Пойдем по другой линии сюжета. Yeah. Ты что, опять решил кого-то убить? Мне бы выйти отсюда, что-то хрен выйду, по-моему. А, вот так. На выход давайте выйду. А вот улица. Hey, Steve, I'm Jimmy James. Remember me? Боюсь, что нет. Hey, how come you haven't been putting the paper out for me in the morning? А я должен. Yeah, we'll try to remember, will ya? How'd you expect a working Joe to make an honest living? You put the paper out, I'm out of a job. So what? Ну и что с того, в любом случае тебе не заплатят за сбор газет. The Sentinel building burnt down. What the heck else am I supposed to do? Listen, stop putting that paper out, and everything will be Jake, okay? That's all I want. That and a pair of sneakers. Ну еще пара кроссовок, ежедневно ухаживание по этому маршруту стоит тут. Бродя, извини. Если ты найдешь кроссовки, то готов предложить тебе задник, когда действительно стоишь. Я серьезно. Чао-какао. Ох, блин, чао-какао. Я уже, блин. Эх, Серега, там газета лежала на входе, ты мог взять, отдать пацану, тоже опять сюжет поменял. Ну, хрен с ним, это уже не важно. Походу сюжет будет, как всегда, мой. Так, игра долгая, спрашивает Курт. Зависит от Сереги, угу, понятно. Ну, куда держим путь? Вообще без понятия. Так, бакалея. Почта,
Парикмахерская. Дом Джонса. Заброшенный дом. Ваш дом. Во, давай на ракетную базу. Давай на ракетную базу пойдем. Так, сейчас я сохранюсь. Тут как там было сохраниться? На S. Сохранить игру. Игра первая пусть будет. Она сохранила? А рыбкой назвать мне не надо? Рыбка, как надо? А. Окей, рыбка. А рыбу? Рыбу. Рыбка. Все, сохранил. Так, поговорить с полковником Бастер Манго. Стой, кто идет? Говорят, меня зовут Стив. All right. Точно. Section 21. Keep your distance, son. I wouldn't want to have to blow your head off. В этом вы не одиноки. So you're the amnesiac, huh? Just another trapped dodging the way I see it. But at least you're not an alien. От этих кораблей. Иногда Свелл даже находит их в лесу. Sometimes Swell bags one in the woods. Who are you? Кто вы? Colonel Buster Monroe, commander of the Harvest Nuclear Missile Installation, keeping America safe from those who would die of flag red, white, and pink. Ядерные ракеты! Goddamn right they are. Every one of them ready to rain death on the Ruskies. All I gotta do is hit the button. Все, что мне нужно, просто нажать кнопочку, бах! Цена на водку взлетит до небес вместе с водкой. Пока у вас есть средства обеспечения безопасности. Safeguards against accidents. Safeguards. Средства обеспечения безопасности. Не будь маленьким сынком. Тискотных средств безопасности. Это же 50-е. Then значит, вы в одиночку контролируете ракеты? Missiles. That's right. Точно, еще со второй мировой. Когда мне нормально чуть-чуть, конечно. Those panty waists in Washington wanted to stick me behind a desk. To hell with that! They owed me! I left my legs in Dusseldorf. They owed me! Конечно, они чувствуют, что после того, как я дополз в Германии до Англии, таща за свои собственные кишки, я стал национально неустойчив на дальнейшей службе. Привет, Гиппон. That's why they gave me this nice cushy job. And put me in charge of the nuclear missile. И поставили ответственность за ядерные ракеты. Так, кишки, пришельцы, чертовы коммуняки, эмоциональная нестабильность, нижние конечности, ядерный холокост. Господи, сколько вопросов. Джипом, привет. Так, ядерный холокост. Что там про кишки интересно? Funny thing about it is, смешно, что ты даже не представляешь, что в твоем теле почти 3 мили кишечника, свернутого колбочка. Now that came in handy as I gauged my progress. While I called from Germany to England, my intestines would unravel, such that every 3 miles I'd have to roll them back up and stuff them back in. It became my benchmark, what I lived for. Every time I stuffed my intestines back in, I knew I was 3 miles closer to freedom. And this way, I kept my sanity. That's what I told those idiots in Washington. But did they listen? No. Some weak sister shrink said I was too emotionally unstable to kill Koreans. So they transferred me to this boring stockpile of armed nuclear wires. And to top it off, those pansy firemen won't let me join the Harvest Volunteer Fire Department. Oh, it makes you wonder. What's the point of going on? Ой, господи, бедный мужик. Кишки его бедные раскатало по всей Англии до Германии, я не знаю. Пожарная, эмоциональная нестабильность. Конечно, вам бы не доверили красную кнопку, будь вы действительно как это эмоционально нестабильны. Конечно нет, я прошел самый экзамен в лагере, когда меня захватили в полицейском второго. После того, как я потерял нижнюю часть туловища, экзамен пристрастия. What did it say? О чем вас спрашивали? Не знаю, я не понимаю по-немецки. Ладно, нельзя поделиться на две половины, при этом не гордиться. Как считаешь? Но это не значит, что я не уравновешен.
Возможно, я стал немного легче, но с равновесием мне все в порядке. Но ведь нам ненормально давать приют сомнениям темной ночью. Когда твои потихлы не будут с тобой безумно ли желать выколоть их? Когда тебе плохо, ты приглашаешь их под одеяло, ну придут ли они? О, нет! Плюй на тирай, плюй на тирай! Туп-туп-туп! Один путь на тибертерик. Отсюда ты передвигаешься на ногах. Найди перчатки. Говорят, что не скрывай голоса. Шкафчик тихо-хихо. Разговаривай, поддажем за спиной. Все не заслуживает хорошего ядерного молокоста. Да, бедный мужик. Да, он без ног, оказывается. Да, это страна чудес просто такая, что уже голова кругом. Красная кнопка, нижние конечности, ядерный холокост за нижней. Говорите, нижние конечности вам оторвало на войне, до того, как вы прибыли в жатву. Так точно. Я был в тылу врага. Темная ночь. Дождь, сырость, взрывчатка, которую я должен был заложить на мост, зажатая между моих ног, пока я ползал в вязкой грязи. Я не видел фрица, целящегося в меня из автомата, пока половина меня не взлетела на воздух. В быстрой прямой очереди он разделил мое туловище ровно на две части, нижняя приземлилась прямо к его ногам. Я все еще не помню его смех, слова на ломаном английском, когда начал ползти в сторону от греха. Мой друг, где твои ноги? Смотри, что это ноги? Эй, кто-то потерял ноги. Оглянувшись, я видел то, что никогда не сотрется из моей памяти этот фриц танцевал кан-кан моими ногами. Однако спустя пару недель имея лишь компас и пару чулок, я добрался до безопасного места, а теперь фрицы наши друзья, чертовы коммуняки враги. Но даже при этом раскладе есть фриц, которого я никогда не приглашу на праздничный обед. Чертовы коммуняки. Честно говоря, такие вопросы вызывают у меня подозрения. Может, ты один из этих розово-коровных американцев? Назови мне хоть одну причину, почему я должен пристрелить тебя на месте. Даже не знаю, вы не можете меня застрелить. Я американец, у меня есть права. Право, да? Каждый рядовой чёрт от кабуняков всегда норовит прятаться за Конституцию. Настоящий американец готов пожертвовать своим правом ради общего блага, а ты? Чёрт с два, я не отказываюсь от своих прав. Ты готов за нашу великую страну, допустим, как рядовой американец. Складно говоришь, салага. Прямо как рядовой чёртов камняка, Кремль учит своих агентов, как выйти из шкетки в ситуации. Что ты на это ответишь, сука? Только коммунисты способны поддержать интеллектуальный спор. Я не забираю голову подобной ерундой, полковник. Если ты хотел сойти за американцев, если ты больше смотреть телевизор и меньше читать Достоевского, товарищ! О! Ни хрена себе! Ай, блин! Ты кабуняка! Нашли, куда его поставить. Ой, блин. Кабаняк. Что это было вообще? Какого хрена? Кабаняка, блин. Я просто в шоке. Какого хрена у него в заднице была кнопка? Или под задницей, или внутри задницы. Я не знаю, короче, у него где-то там была кнопка. Я уже хочу в нее сам поиграть. Да вообще. Скажу, что я хорошо, что сохранился. Но мы сейчас пропустим по-быстрому эти реплики долгие. Может, вообще тогда оставишь тут этого полковника и пойдешь куда-нибудь еще? Нет, надо добить полковника. Я так это не оставлю. Как бы посмел. Так, я пропущу просто.
Кому нек, а? Достоевского перечитался. Да вообще. Ты можешь мне чем-нибудь сказать еще? Комуняка. I don't follow. Красная кнопка, нижней конечности. You say before you came to harvest your lower torso. Это, по-моему, мы читали тоже. Right. I was behind enemy. Да, вот это мы читали. Жатва, чёртова комуняка. Frankly, all these questions are making me. А вот пошла вот это подозрение, даже не знаю. Вы не можете мне. Ну просто даже не знаю, допустим. I appreciate your honesty, comrade. О, опять что ли? Вон у него кнопка под жопой, вон же видно. Или где там у него? Под телом. Добить полковника. Господи, меня опять добил. Насладись этой прекрасной катсценой второй раз. Кто-то будет гуфы считать в чатике. Хрен с полковником, короче. Пусть он там дальше. Эх ты ж кабутяк. Пусть он дальше там откоммунизится. Я пойду в другое место. Смертельно опасно. Держитесь подальше от ограды. Ладно. Мы тебя в пень. Так, куда пойти? Бакалея, парикмахерская, почта. Заброшенный дом. Давайте заброшенный дом пойдем. О! Что-то тут все изучить остров. Остров автомобиля. Идеальное место для осиного улья. О, какая-то тетка тут. Глазах полковника. Это все коммуняки. Давай все. Так, что за тетка? Поговорить с тем Темсура Крам. Ко мне когда ходят гости. Я тестую Крам. Если навежда зовут меня уничтожительница, произвещен женщина оса. Без сомнения, порождением страха, бездонности воображения. Тих, я не понимаю. Официально отошли к беду древнекрестьянского жертвоприношения. Тому на необдуманное удовольствие. Вот причина предвзятого отношения к осам. For the prejudice against wasps. Да вообще, мне вообще просто нереально везет на этих бабок. Мед, жертва, удовольствие, осы, пока. Так. Давай, Буба, ты будешь эту тетку озвучивать по-своему. Так, я тогда спрошу про ос. Regard the wasp. Возгляни на осу, они ничего не производят для других, только для себя. Осы строят гнезда, чтобы воспроизвести еще больше ос, и все они селятся под карнизами и на чердаках, и произведя мед для супермаркетов, жужжа и мельтеша, осы выполняют заложенную в них программу, целенаправленное скрытное увлечение осы. Вообще неправильно осы. Слабый и беспощадный среди всех насекомых. Мед, жертва, удовольствие. Мед. Официальное отношение к меду неразрывно связано с вековой борьбой эстетики с торговлей. Почему общество приняло в штыки мой выбор разводить ос вместо пчел? Потому что пчелы производят мед. Но иногда производство не так важно, как творчество. Produce honey, but sometimes it's not what is produced so much as what is performed. I don't see any particular use for wasps. Почему от всего должна быть польза? Не деньги ли всегда являются определяющим фактором? Более грациозная, более аэродинамическая, нежели пчела. А осы падают для глаз. Что у меня есть нехорошие подозрения. Прекрасно, изящно. Разве этого недостаточно, чтобы компенсировать маленькие недостатки? Недостатки? Как ты можешь видеть, чудная малышка любит жарить.
очередной источник предубеждений толпы и еще одна причина любить их. Пчелы, подобно животным, жалят только, когда есть причина для жертвоприношения. Они не имеют ни малейшего представления о личном переживании, удовольствии. Жертва! Когда жалит пчела, она разрывает себя на части и погибает за свою дерзость. Это приветствуется теми, кто воспитан поклоняться Господу, требующему жертву искупления. Но осы распутны. Они не вызывают симпатию людей, потому что они умирают после того, как ужалят. Они живут, чтобы жалить еще и еще, и получают от этого удовольствие. Удовольствие. Да, огромное удовольствие. Осы чувственные создания, не чернорабочие, а жаждущие наслаждений творцы. Кто-то считает, что они раздражительны, поистине они легко впадают в экстаз. Они проникают в вашу плоть и мышечные сокращения в их тельцах, когда они качают яд, сравнимы лишь с мышечными сокращениями при эякуляции. Каждая болезненная отметина — акт любви. Господи, как это все поэтично. Ой, у вас жертва удовольствия. Короче, пока-пока. А ну-ка, Серега, сохранись-ка. А ну-ка, давай сохранимся. Так. На второй слайд. Ну, будет. Или хочешь на первый? Да, вот этот вот. Пусть будет у нас. А ну-ка, попробуй долбани эту бабку, хорошенько. А тут так же можно, по-моему, да, стукнуть? Конечно. Ага. Разочек. It's not often that I get visitors. А ты долби, а не в гости к ней заходи. A triviality. По-моему, я все равно. Хоть бей или не бей. А это что, не может быть? Ты, по-моему, мимо бьешь. Да нет, по-моему, вообще пофиг. Попробуй удар вниз, там, вверх. Да вот. Странно, странно, что бабка не может завалить. Может быть. Да нет, по-моему, не завалить. Что тут? Не получается. Хоть бей, хоть не бей. Включить холодильник. Холодильник облеплен синими усиными ульями. Весьма красочное изображение осы. Выстоял в время. Мне такие игры понравятся. По поводу первого впечатления, наркомания еще та, но она, видимо, сделана специально, чтобы заставить игрока думать нестандартно. Это кто написал коммент? Я просто там не вижу. А это Курт написал. А-а-а. Да, я согласен. Ну. Буба, можешь немножко предыстории рассказать об этой игре, если есть такая? А что предыстория? Предыстория. У героя амнезии, вот он проснулся. Нет, и ни хрена я имею в виду историю игры, как ее выпустили вообще, прокат и все дела. Прокат ей очень тяжело было выйти. Ты пока попробуй бабку завалить, а я пока расскажу. В общем, разрабатывали ее с применением технологий, как и... В фильмах создание спецэффектов, там зеленый экран, зеленый гель, наложение всяких там гримов, швов и так далее. А по поводу выпуска игры, ее, как вы могли заметить, во многих странах запретили к продаже и вообще выпуску из-за жести, творящихся на экране. Поэтому эта игра первое время вообще мало где выходила и на полках магазинах, по-моему, не была практически нигде. И вот не так давно... уже ближе к нашему времени. Ее издали в Стиме, в GOG, на GOG сайте, где все классические игры. Ну и вот сделали в 15 году полный русский перевод. Понятно, вот такая вот история. И вообще эта игра
заслуживает свое место в книге рекордов как за самую одну из неоднозначных, зацензуренных, неправильно понятых, в общем, очень спорной игры. Нет, там не получается обойти с другой стороны. Странно, что ты бабку не смог завалить. А черт его знает. Кстати, шкафу, по звуку шкафу полно ос, говорит персонаж. Ладно, хрен с ним. Да, то было бы забавно, если бы ты ее завалил. Так, что у нас? Дом Джонсона. Поговорить с Айрон Джонсон. Так. Идем, мистер Джонс сам присматривает за своей драгоценностью. Так и 1948 года выпуска. Hello, Steve. Привет, Стив! Как дела, Женя? Если не считать потери памяти, то все нормально. Нормально? Но ты должен быть в экстазе, учитывая, что тебя ждет, если, конечно, ты там уже не побывал. Кстати, я слышал, что Стефани под домашним арестом. Ее папаша озабочен получением своего мяса, хотя на его месте я был бы больше озабочен тем, что Стефани получит мяска. Getting some meat. Right. Кэм, точно. You always were a kid, Steve. Ты всегда был шутником, Стив. А я мистер Джонсон. Забавит его. Рад, что ты зашел. А я только что закончил полировать тайкер. Мне бы не помешало немного расслабиться. Но коль Эд здесь нет, я с удовольствием могу побазарить с тобой. Эдна. Эдна Фицпатрик – одна из самых высокомерных женщин в городе. Должен сказать жатве не на той женщины, которая даст мне отворот-поворот. Она владеет закусочной битой, поэтому у нее полно напыщенных идей о независимости. А ей еще и дочку надо воспитывать. Этому ребенку нужен отец, а Эдне большой сочный хрен. Ай, блин. Ну, хрен, мать твою! С чего вы решили, что ей нужен хрен? Хочешь сказать, Эдна довольствуется чем-то еще? Может, это вот чертова шифа Дуэйна Дуэйн Джонсон? Каждый день с 12 до часа он поглощает свой чертов пирог с закусочной бедой. И побыть на десерт ему хочется. Эдна, конечно, у нас в городе всего одна закусочная, но я уверен, у него в мене только еда. Обед у Эдны? Должен знать, закусочная еды приносит хорошие бабусики. Но женщинам нужно не только они. Разве могут денежки согреть ночью? Можно их обхватить бедрышками или расцарапать им спину в кровь на крашенной ногтями блудниц. Так поживает Стефани. Стефани. Что ты? А я до сих пор не получил приглашение на свадьбу. Судя по вопросам, не ко мне. Ничего страшного. Лично я бы предпочел сразу перейти к медовому месяцу. Можно воспользоваться задним сиденьем моей тачки для романтического путешествия. Там было место, уж поверь мне. Я хорошенько вас покатаюсь с ветерком, и не буду смотреть в зеркало заднего вида. Обещаю, можешь поверить мне на слово. Если вдруг захочешь пересесть за руль, то я тебе даже и порулить там. Старый извращенец, а? Текер. Чертовская классная тачка, но разве не красотка? Как жаль, что мне придется сидеть здесь и присматривать за ней, чтобы глупые детишки не поцарапали ее мечом. Если это действительно так, то я могу понять вашу заботчивость. Могу я ли на нее взглянуть? Почему нет? Только не прикасайся к ней. Я очень щепетилен в отношении моей тачки. А мне пришлось
переоборудовать гараж в гараже, чтобы закрывать ее надо через какой-то ну и чтобы гаража на полной безопасности. Откуда проник какая-то сволочь. Мой дом с целью попасть в гараж. Мне пришлось очень постараться, чтобы шериф согласился на вечерний патруль и комендантский час. Ну, пока. Покидова! Ой, вообще, конечно. Тех только тут нету, жителей странноватых. Включить гараж. Мистер Джонсон сделал из гаража неприступную крепость для защиты Такера по ночам. Ох этот мистер Джонсон. Может ручкой поцарапать эту машинку? Так. Ага, вот. 25 центов. Жатва Ленд. Вещевой склад. Весна 1653 год. Выход. Показатель здоровья отлично. Лицо, как будто он обкурился килограммом гашиша. Так, четверть, так, ручка. Понятно. Крышка люка. Крышка люка не надежно закрыть. Через отверстие в крышке распространяется мерзкая вонь из канализации. Так. Допустим, выход. Пока изучаем окрестности. Заброшенный дом, дом. Вот там. Морг сидит дудов. Кладбище. Давайте морг зайдем. Страшный символ выглядит словно свастика или раздавленный паук. Лечить свечи. Эти поминальные свечи же зажгло усопшим множество доброжелателей. Или один доброжелатель с кучей спичек. Лечить вешалка. Пустая вешалка. Пара удобных на вид диван. Расписание похорон на этой неделе. Те, кто навсегда останется в наших сердцах, Джонатан А. Райнклифф. Ряды пустых деревянных скамей, покрытые пылью безразличия. Свет, исходящий из этого канделябра, имеет нездоровый розовый оттенок, словно глаза стаи крыс, балансирующих на тонких проводах. Ребят, я от игры просто в шоке. Да я вообще в таком сейчас шоке, что мне даже сказать ничего. Это просто... Я даже не знаю, что сказать. Необычная игра. Изучить гроб. Последний дом для усопшего. На толстом слое пыли, покрывающей скамью, видны следы от головы задницы и скользящих каблуков. Ага. Шалунишки тут были, оказывается, какие-то. Пипидр. Не может быть пипидр для священника. Пипидр. Так еще сказал. Пипитер или пипитер. Наркомания. Пишет анимуша. Да вообще. На бронзовом. Ох, они мужа, а поворот сюжета и вообще сам сюжет как дальше пойдет. Странно пахнет свечей. Праведник, преклонившийся колено перед святым отцом и трепетем благословением. Праведник, преклонивший колено перед святым отцом и трепетем благословением. Витраж незабываемой красоты, на которой изображен человек, держащий в одной руке косу, а в другой некую эфирную силу. Я понимаю, это все нормально, это не реальность, это скорее всего приходит в голове у персонажа. Хрен узнает. Честно говоря, без понятия. Это нам предстоит и выяснить. О! Это что за маньяк? Поговорить с мистером Мойнахом. Стивен? Кто вы? Даниэль Мойнахак. А я Даниэль Мойнахак, владелец похоронного бюро. Я отель сбившись. Многие спрашивают у меня, почему я не помню. Ну, ты всегда был шутничком, Стив. Кроме того, имея дело с покойниками, я стараюсь не вмешиваться в дела живых.
Твоя потеря памяти мне мало интересна. Будь она правда или ложь. Иронично, если принимать во внимание мое участие. Мои жалобы стали основной причиной проведения городской благотворительной распродажи печенья. Я благодарен, что орден полуночной жатвы принял участие. Без сомнения, выкрученные деньги покроют мои убытки. Распродажа печенья, орден полуночной жатвы. Как всегда, орден полуночной жатвы взял на себя инициативу в решении наших социальных проблем. Благодаря их спонсорской помощи при сдаче крови и распродаже печенья, ложа следит за тем, чтобы все наши потребности были удовлетворены. Что за потребности? Прости, у меня здесь полно трупов, и в последнее время я несу большие убытки. Если ты действительно заинтересован в ордене, советую посетить ложу и переговорить с привратником. Чего у меня должна быть такая заинтересованность, мистер Байдахан? Из всех местных жатв и ложь самое выдающееся в прямом переносном смысле. Цель каждого живущего здесь попасть в нее. Поздно мудрость. Какого рода мудрость? Знаю я это, то был бы член. Я чувствую, у тебя есть все необходимое для вступления в ордер. Все мы так думаем, как бы то ни было, оправдать свои возможности способен только ты. Бытки. Такое ощущение, что жатва — это как кладбище слонов, только для людей. Они падают замертво, без гроша в кармане, и тоже нуждаются в захоронении. Кто знает, возможно остановить все эти люди, сбившиеся спутники. Они принесли бы мне баснословную прибыль, так с чего я должен платить за гробы и сопутствующий материал? Мои затраты на покойников колоссальны. Будем надеяться, что распродажа печенек поможет. Как владелец единственного отеля в жатве, я вынужден предоставить свободный номер любому бродягу. Таковы правила. Как бы говорилось с вашей стороны, среди тех, кто скорее у вас, были ли постоянцы вашего отеля? А я не припоминаю. Через меня проходит столько нищебродов, что я не в состоянии всех их упомнить. Вот этот товарищ есть долго. Как я сказал, разрезанный анатомическим стрелом, похож на сотни других, свежий и сочненький. Но вы бы точно заметили случилось это смерти при странных обстоятельствах. Ты занимаешься каким-то расследованием. Это была бы весьма глупая. Пока. Сказал бы, что было приятно пообщаться. Я нахожу общество живых весьма скучным. Так, что он тут творит? Изучить труп. Грязные остатки какого-то бедняги. Не хотел я остаться в отеле. Изучить клей. На стойке лежит новый тюбик астроклея. Возьмем. Ты же не можешь его забрать, Стив. Он нужен мне для работы. Я не боюсь этого слова. Ты не воспитанный молодой человек, коль хотел брать. Я всегда хотел взять клей. Да неужели? И что ты можешь предложить в качестве залога? Золото. Что like именно? What? Деньги? Money? Золото! Боюсь, это не правильно. Если ты хочешь, чтобы я себе расплатил, тебе придется предложить мне нечто более ценное. Четвертак может ему дать. Почему это должно меня волновать? Так, как ты хитрый? Клей, короче, мы взять не можем. Безжизненный орган не предназначен для перекачивания формальдегида. Или предназначен. Чуть банки. В этих банках с формальдегидом плавают органы. Именно такие вещи заставляют отворачиваться, прежде чем придет осознание их сути. Но глаза вам не подчиняются. Так. Изучить вентилятор. Жужжащие лопасти вентилятора едва разрезают вонный воздух. Включить датчик температуры. Стрелка указывает на 1 градус по Цельсию. Включить окно. На стенке видны размазанные кровавые отпечатки двух рук. Весьма отвратительные виды раковины.
Пошли. Кстати, Серег, по-моему, ты его можешь загасить и забрать ключ. Или что там, клей. Ну, мы не будем действовать плохими методами. Совсем уж прям убивать всех. Я думаю, нам будет что еще сделать тут. Так, кладбище. А фигушки. Вы маньяк, Курт. Главное, Петра, здесь покоится бокс-кар Уилли. Весь воздух здесь воняет свежей почвой и навозом. На надгробной могиле написано Джонтон А. Ранклиф. О, как звающе тут, а? Звучит надгробная плита. 27 ноября 1948 года. Очередной неизвестный гость. Есть нехорошие весьма у меня подозрения про хозяина отеля и кладбища. Наверное, в доме ничего нет. Ну, у меня тоже тут нехорошие подозрения. Но все же я прогуляюсь. Значит, стол для пикника. Очередное место сдоха среди могил. Мраморные двери крепко заперты. Семейный скреп постадамов. Дерево. Наклонившийся клен насквозь прогнил, поэтому попытка на него залезть чреват проблемы со здоровьем. Тупик. Ты можешь два раза нажать, а он сразу перейдет. Кожа какая там. О, просто священник. Говорит, привратник. Только послушники могут пройти в зал ордена полуночной жатвы. Вы что сказали, мать твою? Нет, мой разум прикоснулся к твоему. Телепатия, ну как? Мое внимание заслуживает только те, кто ищет просветления. Ты жаждешь истинного знания. Что за знание? Запретное знание, забытые удовольствия. И удовольствия еще не изведаны. Но ты, как и те подобные, не можешь вкусить его до поры до времени. Сначала ты должен заполнить заявление для рассмотрения возможности посвящения тебя в таинство. Можно волокита, зачем мне заполнять тупую форму? Ладно, дайте мне бланк заявления. И пусть будет первым. Членам ордена известно множество скрытых истин. Например? Они знают, что шепчут ветру деревья, что он забыл. Они знают, каково червю поглощать гниющую ногу. Они знают то, что ты забыл. Вы же говорите про мою амнезию. Знаете, пожалуй, я смогу жить без этих зданий. Ну давайте поэтому. Когда ты найдешь путь, тебе откроется истина. Когда ты обретешь истину, ты узнаешь то, что когда-то знал. А если что-то останется забытым, значит, это того не стоит. Ты же не хочешь стать деждаем? А может, хочу поговорить и прибрать. Ты получил бланк заявления почмейстера? Пока нет. Если ты ищешь знания, ты должен искать его с первого момента понимания его необходимости. Надо поставить быстрее достать заявление. Да мне плевать, меня достал этот чокнутый городишко. Так, ладно, постой достать заявление. Твои поступки для меня ничего не значат. Многих зовут, но немногих выбирают. Там, кстати, дыра слева. Монах странный какой-то, прям что-то знает. В ответ, да вообще, что-то здесь не то. Из стока сочится подозрительная зеленая жидкость. Похоже, кирпичная кладка была заложена в средневековье. Такой же древний, как и само здание.
Звучит дыра. Из темное и жуткое зло будет светиться красные глаза. О, пойдем в дыру. Ага. Что-то мне это не нравится. А, боже. Почта. Скидка 41% на упаковочный наполнитель всех цветов. Распродажа печенья. Пятница. Поговорить с почтальоном Бойл. Yes. Мне нужна помощь, мистер. Postmaster Boyle. Подж, мистер Бойл. Чем могу служить? Мне нужно заявление в ВОЖу. Извини, малец. А ну сейчас у нас нет бланков заявления. Да ладно, у нас наверняка есть лишние. Well, I do have a master, ну, у меня есть оригинал, но на нем писать нельзя. А копии снимай с ним регулярно. Один раз в месяц без исключения. А могу я получить баг заявления ложи? Да ладно, вы же не похудеете, если сделаете одну паршивую копию. Effort, дело не в этом, сынок. Это принцип. Мы обязаны придерживаться наших правил. Лишь они отделяют цивилизацию от хаоса. Извини, тебе придется вернуться через месяц-другой, как и всем остальным. И дальше я тебе все равно не гарантирую, что ты получишь этот чертов блат. Очень важно, чтобы я попал в вожу как можно скорее. Так все говорят. Парч Мистер, я убросил под ту ложу. Никаких исключений, юноша. Это будет неправильно. Ну, пока. В следующий раз, когда будешь отправить почту, не забудь про почтовый ящик. Так, учить женщина. Слепая женщина пытается прочесть письмо. Как иронично. Угу. Заявление в ложу. Карта почтовых индексов инцентром в жатве. Похоже, эти почтовые ящики почти не пользовались ими. Так. Трое часов показывающие разное время. Распродажа печенья. Слушай, может ему монетку дать? А может ей стоит помочь? Я тоже думаю. Ну, по-моему, ничем и не поможешь уже. Так, парикмахерская. Парикмахерская Пастулетти, или как-то вот так. Паструлели. О, а здесь, товарищи, наверное, озвучишь ты сейчас. Ага. О-о-о. О, какая тут компания. А не будешь, тут есть товарищи из гетто. Так. Я вовремя. Надхаркивающее время от времени эта овца комочки 6 отличает ее от чучела было невозможно. Лишь истинный охотник способен выследить этих опасных коров. Этот прекрасный манекен, сделанный из застывшего мусса и липкой лака для волос, произведение искусства. Фотография мистера Пастрелли в устрочестве. Полковник Бастер Монро показывает фигу из кабины своего F-17. Эту редкую фотографию инопланетянина сделал Крем Парсонс. Так. Фото юного мистера Пастрелев, набитым спагетти ртом. Так, что тут еще есть интересного? Мистер Пастрелев не отвечает, потому что не бил мясо по-русски. Ой! Ой, извините, я случайно. Я ничего не сделал. Блин, елки-палки. Howdy, Steve. Yeah. Вам здорово, мистер. Пицвел, Стив, не пытайся снова меня добить. Я придумал вначале алюминиевый сайдинг. О чем это вы? Тебе непременно стоит поговорить с отцом насчет его прогулки. Он его по карману, я не могу не подчеркнуть его с отличного алюминиевого сайдинга. Сохраняет тепло в летом, холодной зимой. Выбирает от овец.
Постарь, стоил бы на Ника взглянуть. Но как я не старался ему объяснить, он не понимает ни слова. Алюминиум сайдинг. Овца, пастрели. Пастриэли, тут как пробка, может пострелить у Кланка Персона, как он уважал с установкой сигнализации. Я сантехник и мог бы ее починить, но он меня даже не слушает. Сантехника? Ну, я предвидел немигающийся конец алюминиевого сайдинга, поэтому отучился на сантехника. Это такое дело, которому никогда не придет конец. Ты удивишься, если узнаешь, что люди сбивают унитаз. Буду рад тебя видеть, Стив. Привет, парень. Слышь, пришельцы, о которых я тебе рассказывал прошлой ночью, свернулись. Оставили очередной круг на моем южном поле. А не я никогда не видел ни одной тарелки клея. Эти пришельцы хитрые, Пит. Нельзя пересечь прямую галактическую пустоту и узнать пары трюков. Знаешь, что творил пострели? Вчера он приобрел сигнализацию для охраны за столба. Только совсем не умею ее пользоваться, так что все это коту под хвост. Пастарий раскошелился на сигнализацию, да поскупился на электрика, чтобы ее подключить. Этот идиот замкнул ее на систему пожаротушения и стоил сигналки врубиться, так как с потолка начинает лить проклятие. Пришелец в поисках разумной жизни, ничего делать в его лавочке, это ужас точно. Пришельцы. Сынок, повадки пришельцы — это особый раздел охотоведения, известный лишь самым лучшим охотникам. Надо помнить, что средний пришелец умнее среднего человека, и если хочешь его поймать, скрабок нужно оставить особо тщательно. Что? Я случайно не хотел. Ты охотишься на пришельцев? Сынок, предводив пришельца, ты больше никогда не позаришься до перепела. Думаешь, они тут на каждом углу тусуются? Сбей свой скрадок с свинцом, чтобы бануть их в прибор обнаружения. Тихо завалятся, жди, завалится в лесу возле ядерной базы. Я обожаю там ошибаться. Почему не подождать возле твоего поля, Крем? Подождать, пока они не придут нарезать круги. Они чертят свои каракули на поле Бастрели. Дурень, ты вообще не петришь. Да и нигде там скрабок оставить в поле-то. Слушай, Крем Персонсон, если хочешь убить неземное существо... Они пересекают пространство в надежде узнать, что там за ними, и даже не подозревают, что их ждет дробь. Пострели. Пострели — странный тип, и достать, знает ли он прилично устрижет, но в остальном не в зуб ногой. Не веришь? Тогда попроси его включить сигнализацию. Пожарная сигнализация. Пострелил, раскошелился на сигнальную доску, поскупился на электричество, чтобы ее подключить. Этот идет за хуйную систему пожаротушения, и стоит сигналки врубиться, как его потолка начинает лить. Проклятие. Пришелец в поиске разумной жизни, ничего делать, его лапки это точно. Обращайся, Стив. Так, я случайно завалил построили. Или как его там? Вы живой, товарищ? Вот черт. Что ты, да я случайно. Аль, повязали, негодяй. Все, меня накрыли. Потрохами. РПД. РПД. Не, там, по-моему, ЭХПД написано. А Ракушкин полез департамент. Так, теперь я поиск. What were you thinking? Attacking someone like that? With so many witnesses around. You'll have plenty of time to think about it, boy. Кто-нибудь помогите мне! Что вам от меня надо? Пускай можно парить до привратник. Определенно, шериф. Лишь вы же можете найти ответы. Или живым это под силы. О, черт, все. Накрыли нас. Короче, крындец. Да.
Это вот одно действие и все. Правосудие не дремлет. Да вообще. Просто сохранимся. Ой, господи, где сохранился? Да ладно, в пень, все равно эти разговоры ничего особого не привели. Да, это в новой локации. Да. Все равно ничего толкового мы не узнали. Единственное, что в парикмахерскую мы уже были, почта Бакалея пусть будет. У нас есть кондиционеры. Ищите копер. Здесь делают бесплатные копии. О, кстати. Поверит Айсис Фелпс. Чем могу помочь? Кто вы? Если там Бакали Фелпс, то кем, по-твоему, я могу быть? Возможно, тебе стоит вернуться в школу и подтянуть войку мисс Уэйли. Последний день у меня правая память, чего не помню. Тьфу, ты всегда будешь шутником, Стив. Я серьезно, мне не такой, какая помощь. Ну, говорят, что резкий удар по голове, действительно метод от амнезии. В этом случае я снова бы рекомендовал мисс Уэйли. С другой стороны, память может вернуться к человеку, если его сильно напугать. За сил советую обратиться к привратнику в лёжа. Вот такой мужчина у меня мурашки по коже, кстати. Говоря о мурашках, как твой отец? Не знаю, я его не видел. Желаешь что-нибудь купить? Пожалуй, да. Просто укажи на это пальцем, немного уховато. Так, сейчас я укажу пальцем. Включить коробка. Пустая коробка из-под мяса. Включить бочка. Пустые бочки, пахнущие солеными огурцами. Какого хрена тут делают, я без понятия. Включите витрину. Наведение множество странных предметов на продажу. Что тут еще есть? Изучить телевизор. Дешевый старомодный телевизор без ручки переключения каналов. Так, включить проект. Старый 16-метровый проектор с взбитой надписью «Школа имени Гейна». Эта бочка воняет тухлым мясом. Есть кулер для воды. Высохшее дно кулера устилают мертвые тараканы и песчинки. Кошмар. А что тут можно купить-то, ё-моё? О! Смотрите-ка. С банки под кофе, изучить банки с супом, изучить журнал для взрослых. Для взрослых. Изучить изолента. С банки с кофе. Бери ключ. Так, гаечным ключом все будем носить. Ну вы же знаете. Изучить журнал для взрослых. Журнал для взрослых за четвертак. За четвертак. И если хотите его приобрести, придется заплатить Miss Fails. Конечно, мы сейчас заплатим. Сейчас мы заплатим нашей дорогой Miss Fails. Из всего ты выбрал четвертак? Да. Лишь четвертак поможет вам купить журнал для взрослых. Да, давайте. Журнал с обнаженными девушками, Стив, ты меня поражаешь. Я ожидал такой от помощника шерифа Убиса, но от тебя. Он постоянно заходит в надежде полистать журнал для мужчин за моей спиной. Будьте прокляты, если продам ему хоть один. Бога ради, я знаком с его женой. Ну а мне вы его преподаете? Ну разумеется, Стив, это по-нормально для любого человека. Так ты уже точно не станешь пожарным. Да, этому пошлому мужику, по-моему, надо отдать. Ты же его посмотришь, этот журнальчик, сейчас? Конечно, посмотрю. Плюс 18. Так, а как его вообще посмотреть? Правая кнопочка, я тебе же говорил. Или два раза левой на него, по-моему, нажать, и будет просмотр вещи. А как его? Что-то он не используется? Да нет, это ты на комнату применишь. Ты в инвентаре можешь вещи рассмотреть. А как? Какой кнопкой? То ли правой кнопкой, то ли двумя левыми нащелкаешь. И... Чё-то ничего не работает, даже мой ничего не работает. Ты в помощи проверь. Так, помощь. Так, взять предмет черного кнопку предмета, когда указывается вещь принимает такую форму. Пересмотреть его на стил и опять черного предмет попадет в команд стилу. Так, включить черного кнопку предмета, когда указывается вещь принимает такую форму, пусть его смотрел.
Короче, вон, видишь, в режиме рассматривания действия. ПКМ по предмету, и когда указатель мыши принимает такую форму, затем жмите ПКМ. Предмет окажется в кармане у Стива. Но он так у него в кармане, по идее. Да нет, действие в режиме рассматривания. Ну вот, ничего вроде не происходит. Так. Зажми, что ли, левую кнопку мыши? Зажал. Теперь правую, что ли? Или правой попробует. Вон, использовать журнал. А, вот, использовать журнал. Его с чем-то надо использовать, его так не посмотреть, походу. Да, его просто этот... Ух, продавщицу убить решил. Короче, идем к тому этому извращенцу. А, тут, кстати, еще кто-то. Изучить уборщик. Он слишком занят работой, чтобы увлекать на нас. Так, Серега, а ты понял намек про ты не станешь пожарным? Ну, типа ты будешь теперь этим, короче. Ну, примерно, кажется, понял. Примерно. Бакалея, почта. Домашний дом, дом Джонсона. Так, где этот старый извращенец? Hello, Steve. Это мы все... Привет, Стив, как делишки? Ну, это мы все пропустим. Это мы все читали просто уже. What makes you... You... I'll admit... Edna... I'll admit DNA's... Speaking of Stephanie... I don't... That... Bye now. Так, и теперь дадим ему вот это. Really меня это совсем не интересует. Это совсем не интересует. А. А кому же он нужен-то этот журнал? Да тебе, наверное, надо самому было его рассмотреть. Да хрен он знает. Дом Джонсона, заброшенный дом, дом под стампу. Так, чуть дверь гаража. Гараж не мешал бы перекрасить. О, я понял, что уже ему надо дать, по-моему. Это журнал, судя по его. Поговори с мистером Помадом. О, а вот и вот мой будущий зять. Как у него делишки, что привело его в дом пустодану? Я пришел повидаться со Стефани. Я потерял память. Разве вы шутите такими вещами? Почему вы мне не поверите? Well, ты всегда был шутник. Только что звонила твоя мама и рассказала нам о том, о последнем розыгрыше, не так ли, миссис Поттон? Именно, мистер Поттон, ты маленький негодник. Ладно, Джинни, хорошая штука в разных пределах. Мужчина должен твердо стоять на ногах, особенно собирается жить. Скажи, твоему отцу лучше, он собирается вернуться домой в ближайшее время? Свадьба, амнезия, отец. Я не видел отца, он запят в комнате. Like I said, говорю вам, я не знаю, это женщина, мама, никого никто не подпускает. Tends to him herself. Well, next time you see him, be sure to tell him that I said hello. And tell him that I'm praying for his speedy recovery. And also, did you remind him about the meat? Especially about the meat. Yeah, fine. Да, хорошо, если увижу его. You should be more concerned. If he dies, then who's going to take over the slaughterhouse? Who's going to tend to the meat? По-моему, оно перейдет тебе, его сыну. Согласен. Right? С тобой я. Мясо. Meat is the foundation of any decent society. Everyone needs at least 3 servings of red meat a day. And anyone who says otherwise is a communist. А вы когда-то женишься на Стефани, а я стану частью вашей семьи. А он опять издаст мне столько мяса, сколько я захочу. Пожалуй, это даже компенсирует то, что не попал в ложе. Ложа? Почему вы так стремитесь попасть в ложе?
Ты можешь сходить на почту и заполнить заявление о новом секторе посвящения. Свадьба. Скажи мне об этой свадьбе. Похоже, мы проведем ее в похоронном бюро, потому что я не член ложи. Мистер Мейнман дал свое согласие, а твой отец обеспечен с большим количеством мяса. Вот любитель пожрать, а? Мясо сам захотел. Мистер Шай Нохан? Ух, вот наркомания. Мой нахан, а также владелец отеля сбившийся. Раз уж предоставил место для вашей свадьбы, вы могли прийти к Балдеру. Ну что бы там ни делал, не забудь передать отцу привет. Да ведь его передашь, скажи привет и напомни про мясо. Хочу мясо, жрать много мяса. Пока. Так, что у него еще есть интересного? Изучить шкаф. Погребальная урна. Единственный предмет в шкафу. Что, журнальчик не хочешь подарить? Хочу. Вот что мне... сказал, может, я на портрет героя должен журнал отправить. Исследовать. Well, that didn't work. Не работает, он говорит. А это здоровье восстанавливает. Yes, yes, very nice. But do you have any meat? А, ему тоже не нужен. Изучить диван. Диван обтянут кожей молодого дерматинда. Хозяин дома, пожирающий мясо. Реально любитель пожрать. Он же потирает ручки свои. Что бы такое пожрать? Конечно, мясо. Ну да, изучить растения. Гигантская мутировавшая спаржа. Невероятно крепкая, несмотря на то, что горшок залит красным цементом. Возможно, благоприятные электромагнитные поля жатвы. Так, что тут еще есть? Изучить кресло. Обивка вся в пятнах после многих лет обильного подотделения сидевших на ней. Изучить книжный шкаф. Количество книг на полках прямо пропорциональное коэффициенту интеллекта семейства подстадумов. Так, ну погнали, что ли. Ага, женушка. Женушка, будешь ты тоже озвучивать, Буба, если что. Изучить шкафы. Вся кухня имеет свежий вид и аромат. Кухня, да-да-да. Тик. Холодильник заперт. Hello, Steve. Здравствуй, Стив. Почистил зубки? Вы в точь-в-точь как моя баба, кроме разве что прически. Honestly. Честно говоря, вы, мужчины, можете обидеть женщину, вы даже не поймете этого. Что за ужасные вещи ты говоришь? Вы тоже печете печенье, на вас такой же платье и такие же бусы, очень странно. Что может быть странного в выпечке печенья? В пятницу уже ты благотворитель распродажи, значит, и можешь быть уверен, что миссис Марвин поздно внесет свою лепту. Бусы. Только то, что на мне все домашнее хозяйство, не делает из меня прислугу. Обязанность жены всегда радовать глаз мужа. И во имя всего святого, что не так с моими бусами? Ничего, но вы выглядите как Джим Кливер, такая себе мамочка из сериала. Сериал? Боже, ну знаете, комедия положения. Странно, я не могу вспомнить, куда этот неизвестный. Меня полно работы, и на телевизор нет времени. Возможно, мистер Паттадам разбирается в сериалах. Стефани тоже не смотрит телевизор. Она наказана. Мистер Паттадам? Тебе не стоит сильно кипятиться на мистера Паттадама. Стив, он несчастный человек. Все поданные им прошения о вступлении в ложу остались без ответа. Он подал новое, поэтому мы держим за него кулачки. Если мистер Поздама включит в ложу, ты и Стефани сможете расписаться в часовне любви, а не в Магнахнах. Мистер Мойнанах. Мистер Альманах держит отель «Сбившийся путник» и похоронное бюро в семи дубах.
Поговаривают, будто он связан с ложей, но орден про такие вещи не распространяет. Мистер Моздан пытался говорить маминах, замолвить за него словечко в ложе, но пока... Пока. Передавай привет родителям. Кусты мешают ее открыть. Ох, что творится? Sorry. Прости, чтобы повидаться с Стефани, ты должен сначала спросить разрешение у меня с Пуздан. А она на кухне. Hello, dear. Здравствуй, дорогой. Пришел повидаться со Стефани. Да. She's upstairs. Она наверх. Поднимайся. Только помни, что да, свадьба, она под домашним арестом. Give my regards to your parents. Передавай привет родителям. Так, дайте мне отсюда выйти. Стефани, я иду. Где там наша Стефани? Сделана из высококачественного пластика. В этой доске сняли металлическую пластину. Это устройство медленно выпускает вонючие химикаты в коридор. Это, ну, знаешь, одна из этих вещиц. Растение. Тут у искусственного растения достаточно воды для роста. Это книги, скорее всего, муляжи. Пара детских пинеток из фарфора. О, пацанчик. Да-да-да, я тоже так подумал. Пинетки. Несколько книг про сырое мясо и его пользу для здоровья. О, господи. Владелец точно любитель мяса. Вот и наши Стефани. Стефани! Я иду. Включить мебель. У нее хороший вкус. Кто ты? Что ты делаешь в моей комнате? Ты не слышал, мы скоро женимся. Значит, это ты, Стив, да? То есть ты меня не знаешь? То есть я никого не знаю, вообще ничего не помню. Сколько раз мне это повторять? Мне хватило другого раза, Стефани, потому что я тоже ни черта не могу вспомнить. Правда? Слава Богу, мне казалось, что я одна такая. Ты не одна, можешь рассказать мне, что тут происходит? Те люди внизу заперли меня в комнате. Они сказали, что до свадьбы я под домашним арестом. Те люди? Они утверждают, что они мои родители. Я не могу это оспорить, потому что так или иначе я сама точно не помню. Но чувствую, что это не так. Вы сейчас будут, вот не знаю. Я тебя понимаю, я не здешний. И ты не веришь, что у меня амнезия. Я тебе верю. Возможно, кто-то из этих людей тоже тебе верит. Может, они строят из себя дураков. Зачем? Возможно, они причастны. В любом случае, если творится что-то действительно странное, я должен сбежать, и ты тоже. Потому что в некотором смысле, по-моему, мы оба под домашним арестом. Наказание? Это какой-то бред. Они хорошо ко мне относятся. Они не позволяют выходить из комнаты, даже на во двор. Только после свадьбы. Они не говорят тебе почему. Потом они обвиняют друг друга. Оправдывают разные мои поступки. Ни об одном из которых я не помню. Так что я просто сижу здесь. Смотрю на мир через окно. И слушаю звуки. Твой. Ты видел или слышал что-нибудь, что поможет нам прояснить картину происходящего? Как думаешь, что мне дальше делать? Так, ну первый вопрос. Каждый утро к дому приходит странный мальчик и забирает газету. Он не приносит ее, а забирает. Вот маслом Тура, который мисс Подстам оставляет на крыльце. Когда она забывает это сделать, мальчик просто выходит из себя. У меня от него мурашки по коже. Есть еще что-нибудь интересное. Да я слышу эти странные скоблящие звуки с ванной, как будто что-то скрепится вдоль стены. Возможно, когти. И мистер Подстам. Интересно, как мой дорогой папочка на меня смотрит. Они оба постоянно за мной наблюдают. Но он особенно. По-твоему, они опасны? По-моему, все это место опасно. Я думаю, мы должны бежать, но только как станет слишком поздно.
Свадьба, ложа, побег. Escape? Сбежать! Harvest is your prison, тюрьма! Steve. Стив, не забывай об этом! That. Ты перегибаешь, они просто немного чудые. Чудые. You haven't been locked in your room. Ты не будешь унизить заперт в своей комнате. А где ложа? Все в жатве кролика вращается вокруг твоей проклятой ложи. Это ордена полуночной жатвы. Они организовали безумную распродажу печенья, коробку и сдачу крови. Когда люди говорят по ложу, они делают это приглушенным, благоговейным голосом. Мама постоянно повторяет, что женщины не могут туда вступить. Но настаивает, чтобы я уговорила тебя это сделать. Она не единственная, кто хочет, чтобы я попадал за ее в ложу. Возможно, не худшее, что ты можешь сделать. По-твоему, может, это нельзя? По-моему, весь город западня. Если это правда, то, возможно, вступление в ложу — это ключ к спасению. Слушай, почему бы тебе не изучить этот кротишка? Хоть у меня возможность быть, я бы так и поступила. Возможно, у тебя получится выяснить, что здесь происходит, не приближаясь к ложе. Ты на самом деле так боишься ложи. Когда я смотрю на это сверхъекающее в ночи здание, мне становится страшно. Посмотри на это проклятое здание. Не похоже он на безобидных каменщиков. Ну пока. Возвращайся поскорее, вот. Так, вяжите лебедя, у нее хороший вкус. Понятно. Ну, что-то мы допоняли, короче. Ее тут держат против своей воли. Какая-то ложа, короче, какая-то секта тут, как я понял, есть. Она говорила, что про того мальчика, который приносит газету. Понемногу связь восстанавливается. Так, ну пошли. Давайте посмотрим, что тут может быть. Так, я хочу выйти. Вы выпустите меня из этого дома ужасов. Дом ужасов. Да вообще. Так, дальше куда? Ваш дом. А, тут же сейчас мальчик будет, кстати. А, нет, его уже нету. Мальчика ты уже проморгал. Да. Фрисби. На крыше застрял фрисби кислотного цвета. Изучить почтовый ящик. В нем полно рекламных листовок, счетов, приглашений на распродажу печенья. Давайте пойдем еще раз в эту ложу. Может, в школу сходишь? Школа. А где она вообще, эта школа? А, где-то тут... должна быть. Школа Гейна. Скотобойня есть еще. Телестанция. Победу Эдны. Школа Гейна. Давайте в школу пойдем. Школа имени Гейна. Школа имени Гейна. Распродажа печенья. Пятница. Изучить шкафчики. Кто-то бухает водичку. Директор Херил. Или Хершел. Хершел. Стив, конечно, заглянул. Вась, сколько лет, сколько зим. После окончания школы не заходил. Я слышу много воды у тебя. Можно и так сказать. Хорошо, это приятная часть моей работы. Наблюдать за успехами выпущенных тобой в жизнь юношей и девушек. Конечно, и старого доброго наблюдателя. Благослови его, Господь. Я мог охватить большой круг народа. Хотя и другой стороны, я никогда не видел результат своего труда как близко. Кто вы? Как тебе хорошо известно, Стив, я мистер Хейл, директор школы имени Гейна. Я наслышал о твоей чудаковатой амнезии. Я надеюсь, что такой милый юноша, как ты, уже в ложе. Но сейчас, мне кажется, что тебе не помешает отцовское наставление. Так, наблюдатель, амнезия, ложа, школа жизни Гейна, отцовские наставления. Что вы подразумеваете под отцовскими наставлениями? Некоторые вроде мисс Уэйли, сторонники жесткой дисциплины, интересы доказаний, как средств для подготовки к жизни в обществе. Лично мне понравилось дисциплинирование с любовью. Отцовские наставления могут быть такими воодушевленными, несущими новый опыт. Из каких только несколько занятий ты бы покончил с этой идиотской амнезией и стал бы продуктивным членом общества и подходящим кандидатом в ложу. And a fit candidate for the lodge. Амнезия, ложа. Помимо некоторых отцовских наставлений, босс, лучший подарок, который я могу тебе дать, как твой бывший школьный директор, это совет. Любой ценный ступи в орден полуночной жатвы, в ложу заключено твое безоблачное будущее.
Within the lodge lies your future, and without dust. Директор, босс. Сам с тобой в жатве нет никого важнее меня. Способность формировать молодые умы — это власть. Ты можешь подумать, вот что здесь самый важный шериф Дуэй, но он имеет дело только с моими удачами. Если я справился со своей работой, то шериф всегда стоит мне удел. Босс. Почему вы знаете, где у меня босс? Знак уважения, приятель. В настоящее время я здесь главный, но не ровен час, и мы можем поменяться местами, поэтому стоит подстраховаться. И уважать своих подчиненных. Никогда не знаешь, кто придет к власти, или кто будет дергать за ниточки. Насколько мне известно, не исключено, что ты уже член ордера с доступным к вору. Будь это так, и ты стал бы моим начальником, ведь самое лучшее, что я мог бы сделать, это выказать тебе уважение и дать несколько отцовских наставлений. Не забывай нас, заходи, образование для взрослых, такая же чудесная вещь, как и отцовские наставления старшим детям. Доска для объявления, утыканная скобами. Включить шкафчики. Отвратительная смесь из жеванных жвачек, скомканных любовных посланий, сломанных, стекающих с синими чернилами шариков, ручек и бумажных салфеток. Господи, прям как у нас в школе. Когда-то было. Где он? Заходи в гости. Я зайдем. Буду учить детишек. О! Дать подубасим пару детишек. Изучить свои вещи. Ученики. Детишки выглядят остолбеневшими и зомбированными. Поговорить с Айслим. Бог ты мой, класс, это Стивен! Он тоже закончил нашу школу! Класс, скажите здравствуйте! Они такие замкнутые. Пассивность учеников сегодня серьезнейшая проблема для преподавателя. Что случилось с их головами? Ну, господи, ответить тебе одним словом. Стив, дисциплина. Слава богу, ты не был хмурым мишкой. Ты всегда был веселым мишкой. Значит, вы помните меня. Смутно, столько учеников Стивен приходит и уходит, но я всегда запомничаю хороших мальчиков, это заметно по лбу, доля верных вас. Я рад, что ты зашел, Стивен, не хочешь сказать классу несколько слов о гражданской ответственности? Не особо, я просто приходил мимо. О, но ты должен, Стивен, а будет хороший пример для подражания, единственная вещь, способная задействовать на этих маленьких монстров. Стивен, у тебя есть еще какие-нибудь способы, или мне можно продолжить урок? Нет, мадам, я... Да, конечно, давай. Конечно, еще бы первый вариант. Так спрашивай. Жатва, ужас, телесное наказание. Мы не практикуем здесь тяжелые тесты наказания. Я никогда не верил в поговорку «пожалеешь рот, не испортить ребенка». Рога слишком тонкая, а вот бейсбольная бита, она замечательно преодолеет разрыв между поколениями. О боже, покойник Шанг проводит очередное учение ТВО. Все в коридор, быстро! А что, она с битой ходит? Как Ниган прям... Сейчас кого-нибудь отдубасит, как. А если попадет эта бомба, какая польза в том, чтобы пригнуться и укрыться? Какого хрена? Хрена себе на его. Хе-хе-хе. Мамочки мои, это было так волнующе. Сбитой бита с бабкой. Какого хрена? Чё она от ученика отдубасила? Она бы еще считалочку бы замутила, как Ниган. Ниган. Реально, Ниган в очках. Это, по-моему, мама Нигана, наверное. История Нигана, начало. Блин, слушайте, да что за вообще бред происходит? Я сейчас. Что за наркомания, черт возьми? Полнейшая наркомания, жатва, ложь.
Так, жатва. Будьте рады, что быть о жатве. Жатва была основана довольно полночной жатвы более 100 лет назад. С какой целью? Думаю, тебе следует спросить об этом их самих, ты можешь найти чинофорина в Оке. Жатва, ложа, телесное наказание, ложа. Это ложа, что вы о ней знаете? Само здание, как и вся жатва, было заведено определенной целью, и эта благородная цель известна только стоящим ордену. Это как раз том возрасте, чтобы присоединиться к ним, Стивен, сделать это и заботиться о своем будущем. Пока. Заходи в любое время. Заходи, чтобы мне биты по башке заехали. Спасибо, изучить учеников. Заходи в любое время. Заходи, вы дорогой, изучить ученики. А так, по-моему, тут дубасить всех конкретно. Да, по-моему, нашими методами так и надо, блин, в наших школах. Видишь, бабушка знает толк. Проектор специально сконструирован для возможности проигрывания под водой. Ну, пошли отсюда. Серега, кстати, дельный совет, не забывай сохраняться. Да. Кстати говоря. А ты сейчас опять напортачишь. Мне нравится тут сохранение. Напоминает первый Silent Hill. Напоминает мои муки, по-моему, на этом сохранении, если так присмотреться. Это мое лицо при виде сцен, когда тот взорвал ядерными бомбами своей задницы, и когда бабка сбила бедного ученика ни за что. Типа, какого хрена, что творят вообще эти люди? Ладно, валим с этой школы. Так, уходим. Скотобойня, телестанция. Давайте в скотобойню зайдем, что ли. Мясная корпорация жатвы. Здание из красного кирпича, сходящее изнутри ужасной вонью. Еще бы. Кошаки везде тусуется. Котик там что-то кушает, сидит. Угу. Вот сколько кошариков тут. Изучить бочки. Содержимое этих бочек пахнет невероятно отвратительно. Вон какой кошак тут сидит, а. Осматривай себе жертву. Так. Что-то еще у нас. Висит грязное пятно. Никогда это было... Некогда это было кошкой. Походу из кошки лаваш сделали. Видеть мясо, свежее срезанное мясо. Погодит Пэттон Райли, выключить тушки. Несколько туш небольших животных. Стив, как твой папаша? Ему лучше? Думаю, все так же. Он уже несколько дней не появлялся на бой. А когда я звонил вам домой, твоя мать не передала ему трубу. Я тоже его не видел. А должен признать верные это дела. Хотя твой интерес к семейному бизнесу в отсутствии отца не может радовать. Кто вы? А, Стив, я не верил этим слухам про амнезию. И тут ты говоришь, что не помнишь своего друга Пэта О'Райли. Семейный бизнес? Ты еще поймешь, что этот бизнес не всем по зубам. Спроси своего несчастного папашу. Тут требуется самоотдача. Крепкий желудок. Довольно часто, закончив отмазывать руки и выковыривать ошметки кишок, я, признаться, не испытываю аппетита при виде мяса. Но мясо — это одна из основных составляющих нашего рациона. То есть ты способен заниматься этим целый день, а после количества сочный стейк, только тогда ты сможешь называть себя мясником. Конечно, тебе в таком случае на руку, не так ли? Болезнь отца. What exactly is wrong with your dad? I don't know. Я не знаю. Worry about it too much, Steve. You should be thinking about running the family business one day. Flat, getting into the lodge. Амнезия. Послушайте, я ведь шучу про амнезию. Почему мне никто не верит? Well, you always were such a kidder, Steve. Funny how that's beginning. Это уже начинает смахивать на надежный ответ, будто она кем-то навязана. You sure are acting like a kid, son. Как шутник, сын. You're gonna need to start behaving like an adult. Завести себя по-взрослому. If you're gonna take over the family business. Намерен принять семейный бизнес. Семейный бизнес? You may come to realize that this business is not for everybody. Не всем по зубам. Спроси своего честного папашу. It takes dedication and a strong stomach. Понятно.
Ням-ням. A lot of times, when I'm finished scrubbing up and digging the bits of intestine out from my fingernails, I must confess I don't have much appetite for red meat. But red meat is one of the principal food groups, and you've got это to have мечтаю, по-моему, да? So when you can do this all day and help yourself to a juicy red steak afterwards, then by golly, you can call yourself a butcher. Of course, amnesia would certainly help that, wouldn't it? Так, мясо. Кстати, я не видел здесь ни одной коровы. Где вы держите животных? Where do you keep the animals? Does it matter? The end product is all the customer cares about, Steve. And we only carry the finest meat, only the juiciest cuts. Once you take over the business, you'll realize the importance of maintaining quality while cutting costs. We know what we're doing here, Steve. If we didn't, would the lodge use us to cater their affairs? Уверен, оно великолепно. Могу я взять немного домой? Господи, опять это ложа. Бери домой. Конечно, там удачи. Вот отец весьма щепетильный. No freebies for anyone. See how you're his son. If you bring written permission from your father, когда увижу на это разрешение, за его подпись. Крещение расходов. Висят люди. There are certain tricks of the trade. Once your dad gets когда better, you start working and you're cutting up meat. There's always cheaper and better ways to do things. Правильный творческий подход. Всегда найдется более дешевый и лучший способ. Ну пока. Don't be such a stranger. А не пропадай совсем, Стив. И огромный привет, папаша. Не удивлюсь, если там висят люди, пишет Курт. Да я вообще не удивлюсь. Ну, судя по всему, кошек, короче, забивают. Да уж. Так. Ням-ням. Ага. Пожарная часть, полицейский участок. Здание редакции. Телестанция. Ох, тут народ это сколько. Индейцы. Они слишком увлечены выпивкой и курением и не обращают на нас внимания. Автомобиль. Серебряный такер с желтым салоном. Так, разрешение на мясо. Просмотр по щелчку ПКМ. О, видишь. А, мясная корпорация сжата. Официальный бланк выдачи мяса. МР цех А. Замечание. Лица, не упомянуты здесь, как получатели, ни при каких обстоятельствах не имеют права получать продукцию мясной корпорации сжатвы. Я, подпись сотрудника МКЖ, с настоящим даю. Разрешение получатель получу у мясной корпорации сжатой продукции этой сорта. Окей. Да, может, и журнальчик для взрослых покажешь, а не муж. Сейчас мы увидим. А, херушки. Он не открывается. Ну ничего, еще будет достаточно сюрпризов. Ага. Вот студия. Где что, видел студия, как называется? Походу, в кино снимают. Банальная декорация для вестерна со своим неотъемлемым атрибутом карточным вигвагом. Странно, за камерами никого нет. Аплодисменты. Весьма примитивная форма управления залом. Банальная декорация для вестерна со своим... Так, это мы читали. Либо шоу недостаточно популярно, либо никто не хочет пострадать от шальной пули. Короче, тут что-то снимают. Поговорит Range Raider. Оставайтесь с нами, компы. Компы с краты в Range Raider. Продолжать. Так что не уходите. And what's your name, homebred? А как тебя зовут, парень? Steve's a swell name. Типа, отличное имя. My dog's name is Steve. Would you like my autograph, Steve? Хочешь автограф, Steve? Да. Here you go, then. А, держи. Насилие на ТВ? Violence? Насилие? А что с ним? Ваша передача смотрит, дети. Вам не кажется, что это насилие плохо на них сказывается?
Насилие так же по-американски, как яблочный пирог. Видишь ли, оценки на тестирование. Где бы сейчас были, не отправь всех ковбой убивать невинных людей и захватывать их земли. Что скажешь, мистер Всезнайка? А как же исследование показывает, что при просмотре силы становятся жестокими? Ковбой. Я выпускаю кишки безбожным индейцам язычникам, обычно детишки с ними не сталкиваются. А если даже и столкнуться, то и лучше проверить зрение или поступить как старина Рейдж Рейдер и пристрелить их нахрен. Если детишки не желают словить неизлечимых психологических глюков или оставить свои скальпы на поясах из слюни. Один дерево на палочке. Да, цивилизация выиграла от насилия, но стоит ли подавать его к развлечению? Check my ratings, son. My rating is entertainment. I just put it on the air. If some kid watches, that says something about the kid, not me. Now, excuse me, we're going back on the air. Ох, блин. Понятно, короче. Хрен с ним. Зато у тебя теперь есть автограф. Между прочим. А, еще какой? ПКМ, может. Как я понял, и как могли понять зрители, похоже, индейцев он убивает по-настоящему на своих телепередачах. Хрен его знает. А, наверное, поэтому такими они пачками идут. Так, включить пожарная машина. Пожарная машина с милым розовым оттенком. Так, а что тут за... Что происходит вообще? Из его пасти течет слюна. Don't bother me, I'm sketching. Oh, look what you made me do! Не бегай, я рисую. Хватит, ты не мешаешь. Привет, Стив. Добро пожаловать в Пламенный дом. Как мы любим его называть? Ой, ну хватит, пятнышь, ну правда. Когда он начинает лаять, остановить его, может, лишь взрослый кусок мяса. Вот, держи, пятнышь. Ну что, Стив, спорим, ты меня не помнишь, но совершенно коротком замыкании старой проводки. Я начальник пути пожарной службы и скоро возглавляет нашу пожарную часть. Откуда вы узнали про мою потерю памяти? Тогда почему вы рисуете таких мужиков? Какого хрена? Брось, важна не натура, важен процесс. Не будь такой бякой, Стив, мы же говорим об искусстве. Господи, какое тут искусство. Кривая задница нарисована. К тому же, после возгорания в здании, да, в жатве не было пожара. Понят сухи признать, что дом сжечь, что его ждет, дождется, не так ли, пятыш? Женщина-оса. Некоторые считают, что все мы делаем это, сидим здесь и развлекаемся рисованием образцов мужественности. Чего подобного, по принципу, мы совсем недавно вызвали в суд тестую крам за нарушение пожарной безопасности. Сидим в США синие гнезда, разбиваемые по деревянному дому, просто дожидаются подходящего урода. Поверь мне, никому не нужно очередное фиаско, такое как пожар наблюдателя. Ужасное пришествие. Трудно поверить, что здание из кирпича и стали системы пожаротушения могут так быстро сгореть. И пожарники на розовой тачке. Думаете, это был поджог? Возможно, вы слишком увлеклись рисованием и не приехали вовремя, скорее всего.
Искусство обогащает общество, Стив. Тебя есть чем пульсирующий шланг или пожарный, убивающий пылающую дверь, что с того, что мы рисуем обнаженных мужчин? Пусть даже исключительно обнаженных мужчин, или он такой с того же мужчин во всевозможных соблазнительных позах. Контекст важный, содержание, процесс важной натуры. Не будешь хаджо, Стив, это ниже тебя. Пожар редакции. Так, ну ладно, пока-пока. Пока-пока. Хватит, ты мне мешаешь. Я не разговариваю во время работы, Стив. Черт возьми, чертов апот. Апот извращенцев. Ну вас в пень. Так. Прости, Стив, мне надо спешить на уборку. Бегу. Так, ну понятно, что имел та тетка, значит, пожарных. Короче, можем спалить дом той тетки и приедут пожарные. Потушат своим, как говорится, шлангом это все дело, своими шлангами пульсирующими. Ладно, идем дальше, короче. Что тут опасно стоять задницей пожарному? Потушат, блин, через дверь, блин. Опасно стоять вот там вот у двери. Полицейский участок. Так, здание редакции. А, вот сгоревшее здание. Они, скорее всего, друг друга потушат. Да, они уже вон как тушили там во время пожара. Изучить зуа. Все, что осталось от здания редакции после пожара. По крайней мере, водопровод цел. Лопата. Из кучи зуа торчит лопата. Могу взять. Ага, не использовали. Интересно, драться или где-то использовать? Наверное, как оружие. Все, у меня есть лопата. Круто. Сейчас их отмудоху этих пожарников этой лопаты. То, что вовремя не потушили. Но тут, как я помню, делать нечего. Лопату ты взял уже? Да. Ну, хоть водопровод цел, да вообще. Хоть это целое. Полицейский участок остался, походу. Этот коп не обращает на вас внимания. Он слишком занят составлением протокола. Полиция. Почта США. Поговорить с шерифом Дуэйт. А ну-ка, поговорить с полотником. Эй, я могу тебе помочь, малец? Вы шериф? Я помощник шерифа Ури забыл, что ли? Да. Ты всегда был шутником, Стив. Могу тебе чем-то помочь? Запах кофе просто великолепен. Не стесняйся. Кстати, тебе чертовски повезло, что ты женишься на Стефани. Она не похожа на женщину, которая будет заправлять в доме. Очень надеюсь, что она не станет такой, как мисс Мувис. Или, упаси боже, мисс Фелпс. С такими женщинами ужасно трудно удовлетворять свои мужские потребности. Я-то знаю. Ах ты старый извращенец, а? Еще один. Стефани. Может, ты можешь журнальчик пиндохать? Я думаю. Стефани мисс Умис. О, черт побери. Она прекрасна. Напоминает мне девушку с одной из французских открыток, которые раньше выпускали. Помните, я брал их сюда, и когда никто не было, заходил в камеру и типа душил одноглазыми. Пачку пару помотил. Это было задолго до мисс Умис. Ах ты, старый извращенец, а? Чё творит? Мисс Лумас? Боже, как бы я хотел иметь парочку таких картинок, но мисс Лумас не разрешает принять этих домой. Я хорошо помню, как она поймала меня с фотографией в одной руке. Она тогда знатно меня отметила. Я выжил, словно кабель, битва взмывала вверх и вниз, мелькала солома и кровь и солома. Я так и возбудился от своих криков, что мне пришлось заползти под крыльцо голым. Где была тьма, тьмущая черных вдов, которые меня жуть как покусали, маленькие клыки вонзали свою голову плоть везде. Вот ответь, так или стоит обращаться с мужчиной?
А без Фелпса шериф не намного лучше. Ну, шериф Дуэйн? Будь шериф Дуэйн подарок добрее, то разрешил бы мне держать тут несколько журнальчиков с картинками. Даже если мисс Фелпс не запрещает мне его покупать, но дело в том, что он не желает их здесь пить. Дуэйн не любит, когда тюремный матрас в пятах, ты понимаешь. He don't like me getting the jail mattress all marked up, don't you know? Матрас? Иногда мужчине нужна пушка или дождь, но даже тогда с одной занятой рукой он может дать другую, и в этом нет ничего постыдного. Вот почему всемогущий создал возможность выпустить пар. И все такое, но шериф ему это не нравится, и он не обращает внимания на мужские потребности, как и мисс Лумис. Благослови ее. Мужские потребности? Ну, ты же понимаешь, что иногда мужчине приходится делать в машине на стоянке или дуплом на высоте пояса или в тюремной камере в полночь. Ему понятно, что у мисс Фьюз нет причин не продать тебе журнальчик с парой французских открыток. Если сможешь заиметь один такой претинг, когда шериф уйдет на обед, я буду у тебя в долгу. А ты ж старшая унишка. Знаете, что творит, а? Журнальчик захотел французские открытки. Конечно, я говорю не от конкретно французских открыток. Просто их так называли в моё время. Любой журнальчик с фотографиями девушек, которая для мужчин вполне подойдет. Я буду очень благодарен, молец, если ты мне его принесешь. I'd be right grateful, kiddo, if you were to bring me one. А, загорелся, загорелся стартерчик, а? Не спорить. Так, ну, ладно, в общем. Обращайся, если что, малец. Ну, давай, давай, дадим тебе журнальчик. Так и быть. Так ты принес мне журнальчик. Спрячь его пока. Возвращайся. Когда шериф уйдет на обед, примерно после полудня, это будет самое удачное время, малец. Шериф тоже рядом. Ну, шериф, по-моему, не видит ни хрена. Так. Hello, Steve. Let me introduce myself. I'm Sheriff Duane Duane. And this here is Loomis. Pleasure, Ari. Значит, мы с вами раньше не встречались? Of course we have. But I heard about your alleged amnesia, and figured I'd play along. I sure hope this is just a prank, and not the start of some insanity plea. Keep your nose clean, or you'll wind up in jail, and that's no place to hold a wedding. I understand you witnessed Miss Whaley's dispensing a little discipline at the school, and she thinks you may be feeling a mite bent about it. Это не нормальное количество детей. You need to forget about it, boy. I don't interfere in school discipline. I leave that to the professionals. And so should you. Heck, there isn't a psychiatrist around who disagrees about what a calm and influencing jet in the head can be. You can't argue with science, Steve. It's bigger than all of us. Duma. Now that's a place you don't want to wind up, boy. We've got a three strikes and you're out rule here in Harvest. You get arrested the third time, you'll never get out of jail alive. Так что не нарушай закон, сынок. Амнезии или нет, я живо тебя убью. I'll lock you up pronto. Преступность. Crime-wise, nothing much has happened in Harvest since the newspaper fire. С момента пожара в здании редакции в Жатве не произошло никаких маломальских серьезных происшествий. Конечно, если не считать, что чуть ли не каждую неделю мы обнаружим труп очередного братьяки. Пожар в редакции. Sure. You remember? Ты же можешь помнить, около полугода назад сгорело здание наблюдателя. Это я пытался давать донести шериф. Я ничего не помню. Почему вы отказались верить, что у меня амнезия? Well, you've always been a kidder, Steve. Anyway, так или иначе, но пожарные сказали, что это был поджог. Хотя мне так и не удалось выйти на след преступника. Но мы же нашли пустую канистру, сэр. Она в комнате для хранения улик. Loomis,
Лунис, это закрытая информация, чёрт тебя дерь. Интересно, сколько еще раз вам нужно будет мне повторить, чтобы я держал рот на замке? Извините, босс. Вы держите кальций в комнате для хранения улик, вы сняли с неё отпечатки. Ха-ха-ха, ты слишком много смотришь телек, Стив. Да кто знает, кто мог оставить на ней свои отпечатки. Нет, она лежит в том же виде, в котором мы ее нашли. Просто на всякий случай спадается дополнительная тара, это дело закрыто, Стив. Just in case I ever need a spare gas can. That case is closed, Steve. Умис. Лумис here is my deputy. Лумис мой помощник. Без него мне было бы нелегко поддерживать здесь порядок. Или в конце концов сходить на обед. Он в основном отвечает на телефонные звонки и дежурит в офисе моей тюрьмы. Хотя иногда любит закрываться в камере и заляпать тюремные мастерицы. Не так ли, Лумис? Шериф, ну зачем затрагивать эту тему? Лумиса с этим большие проблемы. Я бы не приглашал его на свадьбу, но если позовешь, петиченый поймает подвязку, иначе может быть очень неудобно. Ой, да ничего бы я не сделал, Дюэйн. Ну мне бы очень хотелось поймать подвязку, которая побывала на бедре у Стефани. Оу, уверен, это было бы чудесно. Амнезия или нет? Амнезия или нет? Но ты не мог забыть, что собираешься жениться на самой прекрасной малышке в Джотте. По-моему, вы со Стефани идеально друг другу подходите. Лишь бы не сбывшаяся надежда ее отца все не испортила. Сбывшаяся надежда? Мистер Потсдам хочет провести свадьбу в лодже, но дорогу туда ему заказан. Как и все остальные числа каждого месяца, он торчит около почтового отделения в ожидании, когда он вынесет бланки, заявление в лодже. Там лично не очередь. Бланков на всех не хватает. Даже если тебе удастся получить форму, мало шансов, что тебе повезет. Немногих приглашают в лодже, а принимают еще меньше. А Потсдам, эх, ему уже столько раз отказывают. Если он чем-нибудь не удивит, ему ничего не светит. Так, а ну-ка, что там про ту ложу он тебе скажет? Не стану скрывать, я бы не усердно работать, как бы с нестремлением в ложь. Вступить в единицу ночи для жертвы — заветная мечта каждого в этом городе. Меня не интересует эта дурацкая ложа. Как получить бланк заявления? Хочу вступить. Как я уже сказал, кроме как получить форму в первый день месяца, обычно шансов никаких. Зайди на почту и поговори с почтмейстером Бейлом. Кто знает, возможно, у него завалялся лишний бланк. Тут, короче, бланк в итоге нам не даст, потому что у него нету. Stop on by anytime, Steve. Да. Ох, ну понятно. Изучить кофеварку. Кофеварка шипит на вас со своего пьедестала. Карта жатвы. Шкаф для документов. На нем наклейка «Нераскрываемые поджоги», и он забит под завязку. Дверь заперта. That's the evidence room. Where we store items lifted from crime scenes. Комната улик, где мы храним предметы, найдены на местах преступления. Она всегда заперта. Там есть вещи, способные заставить людей плясать под мою дудку, если я захочу. Извини, Бубу, я перевел за тебя. Так, что-то еще есть. Ну, вроде все. Так, ну понятно, в общем-то. Обеды у Эдны. А, вот здесь мы еще не были. Обеды у Эдны. Открыто 24 часа. Не парковаться. Пожарный проезд. Поговорить с Кэрин. Поговорить с шериф Дуэйн. О, он уже тут, кстати. Поговорить с Эдна. О, Стив, зачем ты подкрадываешься? Боже, на мгновение мне показалось, что ты, мистер Джонсон, закажешь что-нибудь. Мне сдайте. Конечно, меня зовут Эдна. Я Патрик, я в тысячи от коней, которых не страдаю амнезией. Значит, вы мне верите. Ну, ты всегда будешь шутником, Стив.
Похоже, я изменился, и это не шутка. Послушай, Стив, симулирование амнезии ничем тебе не поможет. Не хочешь жениться на Стефани, не женись. Но ради бога, перестань разыграть из себя больного. Это можно ожидать от кури, но никак не от 18-летнего. Керен? Ты знакомься с Керен, моей 8-летней дочкой. Не считая закусочной, она все, что у меня есть. Это, наверное, сейчас актриса Керен, которая играла, наверное, в этой игре. Сейчас, наверное, лет под 30, скорее всего. Да-да-да. Мистер Джонсон. Какими судьбами, мистер Джонсон? Мистер Джонсон сохнет по мне. Я бы сказал, что он влюбился, но это далеко не так. Вот тяжелый человек, вмающийся от безделия. Джонсон никогда не получал отказа у ложи, потому что никогда туда не попрощался. Есть что-то нездоровое в его взгляде, когда он на меня смотрит. Поэтому я всегда рада, когда шериф заходит сюда пообедать. Ложа. Ложа, хранящийся мудрости, тебе нужно вступить в орден полуночной жатвы, Стив. И как можно скорее. Зачем? Ради всего святого, что это за место такое? Пшеница созревает и ждет на косу, чересчур долго ожидающий фермер. Ой, лучше спорить себе брюхо косой, чем позволить дыхать в косе. Полуночная жатва ослабеет, а затем придет зима, пустой желудок, тело без живота, урчащего внутри или кровотящего на земле. Что лучше для человека, когда он получает душу и теряет весь мир? Ты голоден, накорми себя, пока не стало поздно. Эдна? Эдна? Стив. Стив, что случилось? Мы говорили о Бойне? Или о Кэрин? Похоже, тебя немного закоротило. Прости, закусочная высосала из меня все силы. Я здесь как белка в колесе, извини. Кэрин, зову Кэрин, мать с этой дочкой. Так, ну это мы видели. Заходи в любое время, Стив. А вот и шериф. Здравствуй, Стив. Зашелся пожрать. Нет, просто осматриваюсь, хотя я не совсем представляю, куда это сюда. Я забыл. Ты же разыгрываешь свою шуточку со мной. Ну, сынок, это беды у Эдны, не так ли, Эдна? Иисус Шерва, Дуин, на обеды у Эдны, но с тех пор, как вывеску перегорела буква О, они надо мной издеваются. Да, Нидбар, Эдна, это отличная закусочная, это радует поскольку это единственная закусочная в жатве. Пока. А он пришлется в любое время, Стив. Привет, как тебя зовут? Керен. Что ты делаешь? Играю, мама работает, поэтому я стараюсь не мешать. Хочешь поиграть? Wanna play? Not now, maybe сейчас, later. Может, позже. Okay. Ладно. Bye-bye. Пока. Так, включить ящик. Открытый ящик. Сколько всего. Отвертка. Плоская отвертка. Это городишко немного повернут. Взяли отвертку. Отлично. Так, не знаю, для чего у меня отвертка, но, наверное, пригодится. Поговорит Керен. Что-то у нас еще есть. Пора поделиться со стареньким шалунишком журнальчиком. А я ему уже отдал журнал. Нет, он же у тебя в инвентаре, по идее. Как бы ты ему отдал, если там шрифт был? В смысле? О! А, Керен. Да, точно! Нет, я просто думал, что взял. Включить пожарная сигнализация. Пожарная сигнализация. Так, ну шерифа раз тут нету тогда. Пойдемте старому шалунишке отдадим журнальчик. Фраг 100, модель 1155 года, с сидением из натуральной кожи. И этот полицейский участок. Ага, вот. Старый шалунишка, сейчас мы тебе дадим журнальчик. Радуйся. Вот это да! Ничего себе! Вот это круто! Могу я его взять?
have it? Не знаю, что. Нет, конечно, можешь, бери, бери. О, спасибо, Стив. Извини, малец. Я должен проверить камеру на наличие чистых полотенец. Вот старый извращенец. А какой ты пошел? Пошел! Пошел! Все, пошел шалить, ах ты! Подожди! Подожди меня, я тоже хочу посадить. Я хочу посмотреть, что он там будет делать. А, он ушел, дверь заперта. А, подожди, он же ушел. Это значит, мы что-то можем тут взять. Учить ящик стола. Ящик стола заперт. Шауниха, да еще тот шауниха, а? Ну у тебя тут это куча наборов инструментов и отвертки, и лопаты. Не хочешь попробовать ящик открыть? Лопаты открыть ящик? Попробуем сейчас учить 2 часа. Посмотрим вообще, можно ли его. А, вот, действие. Действие ящика. Учить записка. Записка написана неразборчивым почерком. Взять. Карандаш не нужен. Учить ключ. Ключ от комнаты для хранения улик. Взять. Пока шауничка там шалит, мы возьмем его вещи. Так, изучить записная книжка. Записная книжка шерифа Дуэйна. Взять. А все спылесосил. Все, валим. Это пылесос, даже здесь. А ты как думал? А, мы все возьмем, все, что плохо лежит. Дверь заперта, естественно, у нас есть кривочек. Кривочек, ключ от комнаты с уликами. Damn it. Damn, не подходит. Well, that didn't work. Не работает. О, ну я пошел. Они с камеры. Тут жулье. Ох, тут сколько предметов. Ликвидировали глазки, смотри предметами. Да, сейчас смотрим, изучить кукла. Неудивительно, что Уми за пачку двоих. Ну вы поняли, да, о чем он имел в виду. Уис тот, который ушел в камеры там, ну, точить свой карандаш. Так, изучить холодильник. Судя по запаху, открывать холодильник не стоит. Так, что тут есть? Учить кроссовки. О, кроссовки. Пара кровавленных кроссовок. Пацану сойдет. Да, взяли кроссовки. Учить колпак Санты. Ключевая улика в таинственной серии убийств толстяка Джоли. Угу. Учить доска для дартса. Настоящая старомодная доска для дартса. Испещренная дырами с малиновыми пятнами. Что ты еще? Учить дровины дартс. Это вполне разумно, они незаконны. Сигареты. В жатве есть своя марка сигарет. Изучить цилиндр. Ему не нравятся зеленые яйца с ветчиной, поэтому они его убили. Написано, наверное, скорее всего, на улике. Изучить набор для бритья. Набор для бритья не хватает бритвы. Изучить фотокамеру. Полароид. Просто наведи и нажми. О, пригодится. Изучить медведь. Пушистый медведь с бензопилой. Бинокль. Бинокль без линз. Изучить самолет. Качественная модель B-17 в масштабе 1.48. Изучить кепка. Бейсбольная кепка. Слишком мала для обычной головы. А это что? Кепка. Изучить двигатель. Двигатель Volkswagen прогнил до сердечника. Volkswagen. Так, изучить бутылка. Очевидно, не относящийся к делу бутылка из-под винца с длинным горошками с деревянной биркой. Так, что еще есть? Учить полка. Маленькая изящная полка для улик. Мост. Самое невероятное орудие убийства тост. Тостом убили, что ли, господи? Он что, подавился, что ли, этот? Тостом? Наверное, не та начинка была, поэтому, наверное, подавился. Учить что-то не есть. Замок. Крепкий стальной замок с легким следами ржавчины. Так, шкаф. Шкафчик практически пусто. Картотека. Горы нераскрытых дел. Хороший участок. Угу. Изучить картину. Похоже на одного из дальних родственников Лумиса. Так, ну, вроде изучить холодильник. Судя по запаху, открывать холодильник не стоит. Но все, что можно, оттуда спиндурили. Отвертка, кеды, фотоаппарат. Куча всего, ну это уже радует. Еще изучить может там некоторые вещи. Да, мы краски изучим, чуть похоже. Опа. Hello, Steve. Привет, Стив. А где Улис? Я так и знал. Любит, черт тебя подери. Дэйв, нет, извращенец.
Опять ты взялся со своё! Чёрт бы тебя подрал в этом городе! Я уже устал! Бедолага, блин! Стали его в покой, бедолага, дайте ему побыть наедине. Изучить дверь. Всё, да, вроде? Он даже не обратил внимания, что ты в комнате с уликой белой. Да-да-да, вообще ему плевать, по-моему. Он Уиса искал. Уис там, блин, ну вы поняли. Наркомания, да вообще. Слушайте, ну игра прикольная, реально со своим колоритом. И уже сюжет как бы продвигается. Интересная игра на самом деле. Много разных всяких вариаций. Да, дальше еще ждут безумные повороты. Да вообще. У нас есть, по крайней мере, фотокамера, еще там куча всего. Я представляю, для чего нужна фотокамера. Интересно, для чего нужна будет. Так, ну, ладненько, друзья. Сейчас уже сколько у нас часов? У нас уже 23:16. Уже, в принципе, мы нехило тут побегали. Часа 3-4. Нет, сколько? 3,5, наверное, поиграли. Закончим, наверное, на этом сегодня. Я пытаюсь с удовольствием еще поиграл. Игра реально интересная. Единственное, что очень много времени она требует сам по себе. Ну, вы понимаете, почему. Разговоры, обыск, осмотр. Ну и, соответственно, понимание истории. Скажу так, игра мне понравилась. Реально необычный проект. И актерская игра здесь просто на высоте. Особенно бедный Лукас, которого побили из-за того, что он там строчил в одиночестве. Ну да ладно. Очень много времени. Да. Это ты, главное, подчеркнул, Курт. Ну а так, товарищи, спасибо за то, что смотрели. Да, не за что, за стрим. Спасибо, что были. Завтра у нас будет стрим. 8 часов, соответственно, вечера. Без опозданий, соответственно, будет 8 часов. Так что приходите, будем продолжать. Увидимся с вами завтра, товарищи. Всем спокойной ночи. Всем счастливо. Всем пока. И я поставлю на ночь, так сказать, точнее, под конец сейчас еще раз музычку, эту прекрасную композицию из этой игры, чтобы вам не было скучно. Но перед этим я спрошу Бубу. Буба, ваше мнение, как я проходил и вообще, как вам сюжетный поворот? Проходили вы, конечно, как ярый коммунист, любитель Достоевского. Что же еще сказать? Продали вы свою матушку Россию, вас сразу раскусил этот надежный охранник атомной станции. Вот. Не смогли вы победить злую бабку, живущую по соседству. Не пронаблюдали за младенцем. Пошли, в общем, по другой линии сюжета. Не дали газету пацану в начале игры, хотя могли дать, она была у входа. В общем, много чего тут можно делать, хитрить, юлить и так далее. Но харвестеры далеко не уйдут. Мы еще доберемся до них. Так что, дорогие друзья, впереди вас ждут еще большие сюжетные повороты, интриги, расследования, скандалы, пикантные сценки, боевые таланты. Все это вместе взятое. Так что приходите и зовите своих знакомых. Да. Ну, как вы слышали, товарищи Бубу, будет еще жарко. Это было только начало. Ну, прощаемся. Да, и не забывайте, друзья, жанр этой игры хоррор. И вы еще потом поймете, почему. Ну, значит, мы, товарищи, увидим еще не все то, что сейчас увидели. Думаю, мы увидим еще и хоррор, и мистику, и бог знает еще чего. То, что мы сейчас видели, это, конечно, вообще был нонсенс в фильме. Но... Я думаю, еще увидим не такое. Ну, тогда, товарищи, на этом мы закончим. Всем спасибо, всем до скорой встречи. Пока-пока. До новых встреч, то бишь до завтра.